Привет, блять. Привет, дорогие друзья. Блин, кстати, знаешь, у Ютуба есть по ограничениям правила, что типа, есть ли мат в первые 30 секунд видео? Держимся. Так я уже сказал. Что ты сказал? Я был не очень рад тому, что я стукнул по микрофону, когда говорил: привет. Но с другой стороны, 30 секунд идут с момента начала. А начало у нас было беззвучное. Вот, то есть, типа, когда картинка просто была. Так что, может быть, Да норм. О, вот видишь. Ну, прям совсем же разная картинка. Вот сюда, посмотри, сюда. Я, да, я не я понимаю, Типа, это меня это раздражает. Ну, то есть, типа, почему у меня она. Ман... Мне из-за этого кажется, что я какой-то абсолютно безумно другого цвета. Ну, в жизни ты нормального цвета. В жизни ты имеешь в виду на своем экране? Да. Такая жизнь, такая жизнь, дорогие друзья. Здравствуйте, привет, привет. Это привет. семейный стрим. Это на, семейный YouTube стрим. Нино на YouTube канале не Норис На YouTube канале не Норос Представляешь, меня на неделе. Так. Коллеги спрашивают: а у тебя на этой неделе какой стрим? Я говорю, семейный. И такие да! Так надо было сказать, вы не знаете, каждое второе воскресенье. Ну да. Подписывайтесь, друзья, если вы Что, здесь... не видно? Ну, видно. видно. Подписывайтесь, если вы здесь новенькие. Всем здравствуйте, друзья. Семейный стрим каждое второе воскресенье на моем канале. Мы так и будем говорить каждое второе Конечно. Так это каждое второе воскресенье. В феврале это какое воскресенье? Каждое второе. Не я не считал. Второе. Сначала. теперь попадаем? С начала года мы четко попадаем в каждое второе воскресенье. И я надеюсь, что так продлится до конца года или до конца существования семейных стримов или до конца чего-нибудь. Во всяком Просто, случае, я э, Там же шутка была в том, что твои личные стримы каждый первый, воскресенье не получается. Там шутка была в том, что мои личные стримы говно, а семейные классные. Твои стримы не говно, это а, не Они точно не говно. Я очень люблю мои личные стримы. Да. Я бы очень хотела, чтобы кто-нибудь делал еще такие же личные стримы. Настолько я люблю свои личные стримы. Чтобы кто-то делал стримы, где ты бы говорил о личных вещах? Нет, кто-то вот такой же, как я. Настолько мне. <laughs> <laughs> Столько мне нравится как же Она себя стрим. любит. Вот бы, скажи, клонировать себя и посмотреть в онлайн-стрим, который я веду лично. И настолько он хорош. <laughs> да? Вообще, да. <смех> 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 Не поверишь, но вот бы, вот бы клонировать себя и дружить <laughs> да. с собой. И типа, Писать себе, йоу, привет, и вот настолько. Тем временем, первая тысяча онлайна. Здравствуй, первая тысяча онлайна. Ставьте лайки, кайфуйте, отдыхайте. Да, присылайте ваши вопросики, Такой потому, сегодня что... стрим, да, Если кайфовый. Вы хотите, если вы хотите что-нибудь у нас спросить, узнаете. Почему тебя это смешит? Что именно? Не знаю, в этом был вопрос. Просто как-то понравилась мысль, которую я сейчас Про планирование себя и просмотр собственного стрима онлайн. Это как я Плюшеву говорил на нашем стриме. типа, Саша, представляешь, мы с тобой никогда не посмотрим этот стрим онлайн. Да, глубоко. Ауф. Ауф. Не, представляешь, мне настолько э, нравится эта идея, что мысль о том, как я себя где-то клонирую, уже приводит меня в восторг. Да, На самом деле это все ирония, шутка. Э, хотя... Или ирония судьбы, может быть. О, вау. Нет, ну, немножко ирония, немножко шутка, немножко, немножко правда. Судьба. Да. Семейный стрим Майкл Наки, Нина Арсипашвили и Я, Бубан. кстати, от идеи клонирования себя отказался mm -hmm. в тот момент, когда я понял, что если я клонирую себя, то будет просто три человека, которые будут такие, бля, неохотно ничего делать. Ну, почему <laughs> три? Типа... Ну, если я двух, два клона сделаю. А зачем сразу два? Ну, потому что один сразу откажется что-либо делать, скажет, иди в жопу. А второй, может быть, мы вдвоем как-нибудь его присанем и заставим делать все без того. Мне кажется, Путин у двойников ровно так же заигрался и ровно те же ошибки может совершил. Быть, может быть, Просто да. создал себе двойника, и он такой, да. ну, а что-то это? Кайфовом. В 1600 каком-то году. Да, да. Вот, а потом Кстати, что я что письмо Письма Богдана Хмельницкого. Мне не надо, спасибо, большое. Да никому они, не, они они не надо, они никому на не надо. Причем, ладно, бы он оригиналы принес, но он принес папку просто с распечатанными, То есть отсканированными и распечатанными. Конечно. Ну, безумие. Буман вовсю вообще лежит э, ручку от стула. <asteroid> я не понимаю, ну, что нравится. происходит. Короче, что, я так и. не, я, Блин, извините, надо. У нас б... же так надо stato. было с самого раза, э, самого раза, с самого начала сказать, что. Подпишитесь, пожалуйста. Поставьте лайк, если вы еще не поставили. Подписывайтесь на Patreon, если хотите поддержать жизнь и работу моего канала. И что, не хотите подписываться, присылайте вопросы через Digital Duck. не хотите через Digital Duck, присылайте через Суперчат, а не хотите через SuperChat, то просто пишите в чате, но если вы хотите, чтобы мы увидели эти вопросы, эти вопросы до нас дошли, то делайте это, пожалуйста, после специального объявления, которое обычно звучит ближе к концу эфира, потому что у нас Определившийся уже порядок, устоявшийся? Сначала мы отвечаем на вопросы моих замечательных uh -huh. патронов, а потом уже идем в том порядке, в котором я ä, называла вам способы связи с нашей студией. Кстати, как вам новая? Что новое? Диспозиция, новая оформление? Ну да, то есть, типа, во-первых, пропало. Короче, я попросил чувака, который строил мне студию. Говорю: слушай, можешь приехать, поправить, что у меня лоб блестит сильно и все такое. И он принес куда... тебе пудру. Да, нет. Он приехал значит, с другим парнем тоже классным. И они сделали все, кроме того, чтобы у меня не, не блестел лоб. И Я в конце, знаете, каша из топора натуральная. Я в конце говорю, а это-то что? А это говорит, ну это, со салфеточкой протрита, были вы... Монтирующие салфетки. Да-да-да-да-да-да. Ну вот, то есть они все, вообще, мне поменяли тут, лампу. Причем было смешно. Он такая говорит, лампа, говорит, лишняя в кадре. А я говорю, так ты сам ее ставил, ты лампу это сказал купить и поставить. Он говорит, ну да. Ну, короче, лишнее такой, Ну ладно, я говорю, а сейчас полгода ты снова придешь и скажешь, что лампу нужно. Конечно, Наверное? каждый раз да, надо да, обновляться, раз да. в какое-то время необходимо обновление даже в самой прекрасно работающей э, структуре. А я считаю, что работает, так сказать, не ломай. Ну, тоже такой можно. Такой вот я человек. Тоже можно. В гараже бы посидел. Фу. Блин, я, кстати, как то сидел в гараже, бухал с чуваками, это ужасно. А очень как прикольно. вообще, ну это в какой момент люди приходят в гараж? Короче. Когда, когда везде. Отказали вообще везде. Нет, значит, дома у тебя обычно, ну кто-то есть, либо это родители, либо это там жена, либо девушка, либо еще кто-нибудь. Короче, кайфово. Что у тебя, у тебя в гараже? У тебя в гараже, во-первых, куча старой мебели, потому что перед тем, как вынести на помойку, обычно в постсоветских и советских семьях сначала мебель попадает в гараж. Ну то есть я типа какой-нибудь кресло. Ну, на балконе, как правило, маленький, ты туда не положишь кресло или диван. И вот диван, типа, ты такой выкидывает, жалко, пусть в гараже постоит. И оно стоит в гараже. Значит, и ты приходишь в гараж, где никто тебе ничего не говорит. Туда приходят твои друзья, и у вас, типа, есть настоящее дело. То есть, типа, вы всем говорите, что вы там чините машину, например. И вы действительно можете ее чинить. Но параллельно, знаешь, это как... Ну, типа, в эпоху токсичной маскулинности, если ты хочешь просто собраться поболтать с друзьяшками, ты должен, типа, придумать этому какое-то социально одобряемое оправдание. И, типа, вы чините машину, но на самом деле вы просто сидите в гараже, болтаете за всякую херню и иногда бухаете. А мухаете. почему нельзя сразу сказать, пошли в гараж? В смысле? Все ну, говорят, пошли в гараж. Не придумаю вот эти всякие, давайте починим машину, не существует. Потому что в токсичной маскулинности ты не можешь просто с друзьями сплетничать. Можешь. Понимаешь, если ты мужик. Нет, в токсичной маскулинности можешь. нет. Не можешь, не можешь, это запрещено. Ты что, баба, что ли, сплетничать сидеть? Нет? Ты можешь чинить машину, а то, что ты параллельно сплетничаешь и бухаешь, это как бы бонус. Господи, какой ужас жить да. в этой. Да. Э ну, я не то, чтобы в, в ней жил. И... То есть мы скорее, знаешь, там скорее эстетику повторяли, но просто прикольно в гараже. Ой, а чей это был гараж? В каком возрасте у человека появляется гараж? А, слушай, знакомого гараж был. В деревне в его. Вот, мы там еще, ну там отдельно была история, мы там пили водку соточка, которая называлась соточка, которая стоила, знаешь сколько? Соточку. Соточку, правильно. Вот проблема в том, что это не настоящая водка, в том смысле, что такой водки не существует, нет такой марки. Ее, по-моему, можно найти в Гугле, я находил там одну или две фотографии, но базовая это просто варят, точнее гонят где-то там в этой же деревне, наклеивают на нее на принтер и Мужики, Майкл спалил нас! Да-да-да, это, все и так знают. Ребят, это уже давно не секрет, это знают ваши жены, расслабьтесь, это все знают. Вот, не но просто не знает, этого, потому что дед у нас в гараже, и я... Гена Букин в гараже собрал общество без баб. Ну да-да, потом оно развалилось. Короче, что я говорю? Блин, Бубан, хватит кусаться. Значит, очень активный он. Что я говорю? После гаража. Привет, а вот Да, но это я вчера был у стримера, который зовут. Его зовут Хесус. А где послушать? Кстати, где послушать? Мне кто-то кидал, есть уже выложено. Сейчас выложено. Есть на канале с нарезками. А вот на канале. Сейчас. В общем, смотри, я сразу скажу. Хесус стрим, он называется. Ладно, вот Окей. Вот, да. uh, что? Блин, мы все никак с тобой не начнем. У нас всегда cover. так проходит Что он делает вообще? провод лижет. Бубан, отличный план. интернет, и стрим навернется. Ну что ты? Все, сиди. Продолжай. Короче. Я думаю, что мы достаточно обсудили события этой недели. Мы да? вообще ни одного события этой недели не обсудили. А мы же, обсудили что? гаражи. В каком то смысле это и было событие. Наверное. Хотя нет, подожди. Вот как-то так получилось. мы Отправим ее в вольное плавание. Она активная сейчас. Ну, сейчас, подожди, ну чуть-чуть Ну, хорошо. Ну, я могу прямо сейчас открыть. Не, она потом подуспокоится и возьмет. Ну, да, Ну, ладно. Не, она стоит в позе. Это значит, она не успокоилась. Видишь? она все еще пытается найти выплеск активности. Ладно, Тогда мы тебя отправим гулять. Может быть, через полчасика возьмем ее обратно. У нее периоды активности, поскольку она еще маленькая, у нее прям есть либо период активности, либо период сонливости вот такого. То есть у нее нет чего-то среднего. Какие твои ставки она будет? Через полчаса ну, не активный, скулить. Слушай, мне кажется, нет. Ну, посмотрим. Ну, а, вот, короче, был на стриме. Или это мы уже обсудили? Да нормально, слушай. А не тебе спрошу? Спрошу. Да не ну, стандартные вопросы, типа там, что, надежден, политика, оппозиция. Вот, удвоенное время. Еще что-то такое. Ну, как-то это без энтузиазма. Нет-нет, ну, слушай, ну, во-первых, там, пятитысячный раз одно и то же, но я там довольно много вспоминал и штук из всякой российской политики, и собственной жизни был такой ностальгический стрим, мне понравился. Это самый Хесус, который призвал голосовать за Каца во время ваших дебатов? Да-да-да, он. Это как-то в других вещах выражается, его вот эта позиция? Не знаю, нет. Ну, он был довольно милый и все такое. Он Кацист? Я, честно говоря, не интересовался. Да я не знаю, слушай, ну... Но... Как ты думаешь, если будут следующие дебаты, он призовет голосовать за Каца или за тебя? Ну я я вообще надеюсь, что он, как и все остальные люди, будут голосовать за позиции, аргументы, а не за персонали, которые нравятся. И насколько я помню, типа сам Хесус тоже в течение дебатов я не смотрел его реакцию на дебаты. Вот, но как мне рассказывали, собственно, у нас есть какие-то видимо совместные подписчики, рассказывают, что он смотрел, смотрел и типа потом вот принял решение ближе к концу такой. Теперь голосуем. Типа. Ну то есть я надеюсь, что он принял решение исходя из своих каких-то соображений и э, оценив, так сказать, аргументы обеих сторон. Были ли вопросы? Я вообще люди хорошо думают. Были том, ли да. вопросы, в которых тебе э, приходилось его как-то переубеждать? Да или... не особо, нет. Ну то есть как раз да, его. В его... Не сошлись? Да во всем сошлись. Его подписчики как раз жаловались, что как-то он был слишком мягок и все такое. Да. Вот я ему говорю: давай, не как Тайкер Карлсон вперед. Ну как-то Ну то есть он спросил меня про весь стандартный этот набор, там удвоенное время. Ну в смысле те штуки, которые типа какие-то можно мне предъявить или что-то. Вот, но как-то... Понимаешь, я просто в целом не до конца понимаю, там, на чем меня условно можно поймать. Я всегда настолько откровенный и последовательный, что как будто бы, ну вот мне в голову... Не... Он мне до стрима спросил, говорит, а есть какие-то темы, которые, на которые ты не хочешь говорить, или вопросы, которые ты не хочешь вязать? Я говорю, нет, любые. Вот. Не знаю, может быть, я пока просто не нарвался на того спикера, который... Давай мне интересно, давай мы сейчас проведем голосование, бы здесь после стрима с Хесусом. Да я не думаю, что прям много мне людей пришло не... от него. Окей. Okay здесь. Я же, видишь, я почему не анонсирую, например, на свою аудиторию такие походы, потому что я не вижу в этом смысла. То есть я рассказываю то, что обычно, и как бы мне важно это для другой аудитории, особенно у него аудитория молодая. Ну, то есть а, у него... Не подожди. Что, быстрый опрос был. А, третий вариант нужен ответ. Мне похрен или что? Нет, вы здесь после стрима. а что значит после? То есть здесь все после стрима Хесса, не но, чисто формально. ну, ну это... хронологически. Да, нет. Пуник. Пуньк. Это для тех, кто хочет просто узнать результат. Пуньк. Пожалуйста, не размывайте голосование. Да. Короче, ну вот, я не анонсирую свои походы, как правило, никуда, но ну, иногда постфактум, только когда я иду к каким-то там чужим аудиториям, да, и у него довольно молодая аудитория, такая ироничная, знаешь, вот это вот, ну как бы... Вот эта культура стримерской интернетная там же все пост-иронисты, там же все вообще, как бы, хлебом не корми, вот, да, какой-нибудь смайл кинуть, какой-нибудь прикол написать, то есть там вот такая аудитория. Я не вижу в этом ничего плохого, но, как бы, я ходил к ним, вот, поэтому как бы, у меня нет задачи, там, не знаю, своей аудитории в пятитысячный раз рассказать. Ну, как своей, мне тоже не нравится слово «своя аудитория». Ну, типа, uh -huh. аудитория, которая знакома с моими тезисами, в тысячный раз их повторить. Но ну, нам было прикольно много личных историй. А, там была моя любимая история. Есть еще один стример с Твича, значит, у него ник Uber маргинал Помнишь, я когда-то давно-давно ходил к нему на стрим? Ты ходил к нему на стрим и заставил как-то Сашу послушать его стрим какой-то, Да, Сашу я просил послушать, потому что как раз у меня же была идея, что мы изначально на Твиче будем стримить. А он как раз тогда... был... как можно было додуматься стримить на Твиче, это же ужасное ощущение, что тебя цифровая помойка просто сносит. Что это такое? Вот как раз вот этот вот Uber на тот момент времени был один из немногих, кто на Твиче как раз делал стрим, стримы, поэтому я и попросил его послушать. Я, короче, посмотрел формат. Да, да, так я говорил об этом много раз. И, короче, вот этот Uber маргинал он был тоже таким постиронистом, там, значит, что называется, там общался с Дуги, называется на стрим там Э, еще каких-то пророссийских чуваков, про путинских хронизировал над либералами и все такое, но когда началась война, он типа резко пере, переобулся, что хорошо, я думаю, вот, и стал поддерживать Украину. Надо сказать, что тоже, опять же, э, потерял большое количество доходов своих, потому что доходы у него во многом были от людей вот таких, знаешь, типа скорее склонных там в сторону Егора Погром и вот этих вот всех там русских националистов, и он потерял большое количество доходов, насколько я понимаю, но занял такую жесткую проукраинскую позицию, что здорово и классно. Но я к чему говорю? Он там вроде то ли написал этому Хесусу, то ли в чате написал, что «А вот там, типа, Майкл 10 лет работал на «Газпром» или что-то такое». Это моя любимая история, потому что, типа, ну, все эховцы, они супер смеются, когда рассказывают про кровавые деньги «Газпрома», но я рассказывал на стриме, потому что там, ну, я не знаю, типа, там, это, ну, нельзя прям деньгами назвать, ну, вот эти 40 тысяч в месяц или 80 в конце. прикиньте, 5 лет работаешь, Типа ведешь уже половину всех эфиров, утренние эфиры, вечерние эфиры, дачные эфиры. Твоя зарплата 80 тысяч рублей в 2020 году. Вот они, кровавые деньги Газпрома, золото партии. Меня всегда это, конечно, веселит, как и всех людей, работающих на эхе. Она скулит. мы будем игнорировать ее, чтобы она знала, что это не выход, правильно? Видимо, нет. Ее жалко. Ну, как... ну то, когда ты по, по... Когда ты обращаешь на это внимание, то у нее... Ну, к нам возвращается, видимо, бобочка. но ты как-то сильно переоценишь, конечно, видишь, он тебе вопросы пишут. Что ты думаешь, что как-то... 7% процентов от проголосовавших тоже имею в виду. Ну, все равно. Хорошо. Ты стрим а, начинать будешь? Да, все, В момент. А, слушай, а мне же надо дать задание по обложке по меловому. Пока ты даешь задание да, да, по да, обложке, будешь... я, да, пообщаюсь. Да, чего я буду общаться? А, на этих стримах, друзья, если вдруг вы здесь новенький, действительно, представляешь, есть же хоть один человек, который впервые видит этот формат, впервые на моем канале. Кстати, спасибо вам огромное, что вы его так на слух сразу же забрали канал для многих это все еще проблема и пришли сюда что мы делаем обычно обсуждаем и новости и политику и какие-то личные штуки и все что происходило в нашей жизни в общем самые обычные стримы многопрофильные максимально разнообразные и широкие чтобы стать участником этого стрима присылайте ваши вопросы я еще раз повторю, есть Patreon, есть чат Суперчат, есть Digital Duck, но ну, все, что касается простого чата YouTube, пожалуйста, только после объявления ближе к концу эфира, когда я скажу, давайте, пожалуйста, друзья, вот сейчас хорошее время писать ваши сообщение в чат, потому что тогда я ваши вопросы точно увижу, не потеряю, и мы на них ответим. Ну что, перебегаем в Патреоны и смотрим, что же там пишут мои замечательные патроны. А, Алина Лина Калина пишет, какая классная обложка, спасибо большое, да. А, заставила, <laughs> доставила, точнее, на мне некоторые неудобства, делала я ее в последний момент, она все никак не получалась, не получалась, но потом возник образ с гаражами, с врачебными халатами. Мне кажется, что все получилось, спасибо большое, что написали добрые слова про нее. Я рада, что мне Удалось поднять вам настроение. А вопрос такой. По вашим ощущениям, основываясь на разных опросах, личном общении с россиянами и на любых источниках информации, включая... Подпись за Надеждина. Какое количество людей в России не поддерживает войну на данный момент? Когда-то читала, что примерно 20% против еще 20 очень за Z-патриоты, а еще 60% просто безразлично, моя хата с краю. И так ли это? Или в, эти, в этих 60, возможно, есть те, кто очень боится даже как-то показать свое несогласие? Интересно ваше личное мнение. Мое личное мнение, не основанное ни на чем, скорее вот поддерживает именно эту разборку разбивку. правда вот тех, кто точно против, я думаю где-то 20 процентов, тех, кто точно за 10-15 процентов, а все остальное такое пространство условного вне политики и про них, про про людей, которые попадают в эти проценты. Как-то рассказывал Дмитрий Быков в одном из наших с ним эфиров про то, что это люди, которые как хамелеоны, готовые принимать... Блин, Бубан, ты сейчас нас без эфира оставишь. Готовы принимать ту позицию, которую необходимо... Что? Ты сейчас уйдешь отсюда. Понимаешь? Скажи, уже выгоняла и пустила. Стоило мне немножко поскулить. Твой авторитет больше не высок. Зачем ты я тебе рассказываю, как воспитывать собак. Зачем ты э, сгущаешь краски? Я не так вот, возвращаясь к миллионам, что эти люди э, принимают тот цвет, в, в окружении которого они находятся. И если это путинская Россия, они такие нейтральные чуть-чуть за путинцы, но как только не будет Путина, на следующий же день они станут э, того цвета того цвета, что... Ну, вы меня поняли, короче, извините, сложно мне сегодня с мыслями. Это мое личное субъективное мнение. Я не знаю, как ты ответишь на этот вопрос. Или ты еще не готов отвечать на этот вопрос? <связано> еще не готов, но, честно говоря, мне кажется, сколько тысяч раз мы на этот вопрос отвечали? 15 тысяч? 20 ну, тысяч? Ну, давай еще раз ответим. <связано> Я в целом с ним согласен. Большая часть людей абсолютно плевать на то, что происходит. И как они просто идут в общем форваторе. Я не говорю это в их оправдании или наоборот в обвинение к ним я фиксирую этот факт. И мы видели самый яркий пример это развал Советского Союза, когда люди, которые еще вчера все типа поддерживали партию и ненавидели Америку и прочее, и прочее, как бы на следующий день после развала оказалось, что все это было пшиком абсолютно, и никто не готов, значит, как бы и палец, а ударить, чтобы защитить этот самый Советский Союз от развала. Вот, даже те люди, которые голосовали за то, чтобы он не разваливался. Поэтому это все фикция абсолютная, и как бы базово нет, ну как бы, есть маленькая прослойка людей, поддерживающая вторжение, есть небольшая прослойка людей, которые против российской агрессии, есть большинство, которым абсолютно похороны, они живут своей жизнью, вот, и надеются, что их все это пронесет. Хотя их все это не пронесет, потому что уже сейчас там инфляция все пожирает, вот, и в их собственную жизнь вторгается эта война. Вот спросите, например, это у граждан, как это, точнее у жителей Листы, где, собственно, ночью, минувшие, точнее, вчера вечером, какой-то мужик просто кинул гранату, взорвал в основном, правда, себя, вот, но и двух людей зацепил, которые сейчас находятся в больнице, насколько я понимаю. Угадайте, откуда в феврале 2024 года у человека граната. Да, ну то есть она, естественно, черного рынка оружия, который сейчас стал просто гигантским из-за войны. Не говоря уже про солдат с ПТСР, рост цен, отсутствие специалистов, из-за чего случаются аварии в сфере ЖКХ. Мы, кстати, все прекратили про них говорить, аварии не прекратились, что самое уморительное. Ну то есть там, ну как уморительное в кавычках, да? А как ты Они продолжаются, типа буквально каждый день новая какая-нибудь происходит. Вот. В цепочке распространения информации mm -hmm. на каком этапе э, эти новости застревают? Да ни на каком, Он как бы, они не застревают, просто они не выстраиваются в единую картинку, а у тех, у кого выстраиваются, человек думает, ну я все равно ничего не могу с этим сделать. Нет, просто смотри, например, для тех, кто смотрит новости по да. сообщениям Медузы или да. русской службы BBC, почему в этой цепочке новость не доходит до условной Медузы? Вот она где останавливается? Там привычка. На уровне не, не, не. местных пабликов и журналисты уже уже. Слушай, не берут это как это... с обстрелами, да? Типа... Или люди просто Нет, перестали ну, писать об этих авариях. Писать, перед, в начале всего это, во-первых, если вы присмотритесь, вы увидите эти аварии, они все еще пишут. А просто это как с обстрелами, да, типа, когда в начале войны любой обстрел был там на передовице, да, то сейчас попадают только те, где умерло, причем умерло там больше трех людей. Вот, типа, если сейчас какой-то идет обстрел. Украинской территории, то есть, если умерло, вы можете обратить сами на это внимание, если умерло меньше трех людей, то это даже новостью не становится, потому что как бы информационная среда, ну новость это что такое, это что-то необычное и новое, да, следует, я как Задорнов, новости, новое, да, вот, и когда что-то уже становится частью привычного ландшафта, просто типа СМИ перестают это выделять как отдельную историю, вот, поэтому как бы все перестали обращать на внимание на обстрелы, на аварии коммунальные и вот на прочие штуки, которые стали частью частью жизни. Вот так это устроено примерно. Поэтому ответ на ваш вопрос не поменялся, типа, и находится практически в каждом эфире, в котором обсуждаются общие вопросы, а не конкретные события. Да, и последнее... Сейчас я вторую строчку в, завершение, в завершение этого ответа я бы хотела еще раз вернуться к тезису Дмитрия Быкова про то, что с одной стороны, такая аполитичность большинства людей в нынешних условиях это даже скорее плюс, это значит, что всякие разные фашистские мысли пройдутся сквозь них, как только пройдет первый дождь. Но проблема в том, что и хорошие мысли, и хорошие идеи в этих людях столь же недолговечны, как и плохие. Поэтому мы опять возвращаемся к тем аудиториям, у которых есть идеологическое ядро внутри, хорошее или плохое, уже зависит от контекста и от разных обстоятельств. Елена пишет конкретно тебе вопрос, но пока ты занят, я перейду. Я уже не занят. Отлично. Тогда вопрос с Майкла от Елены. В последнее время вы чаще упоминаете свое американское гражданство в роликах. Есть ли планы глубже погружаться в американскую политику и выпускать ролики, связанные с США? Интересуюсь, потому что сама мало что понимаю в американской действительности. Интересно было бы послушать ваш анализ. Я упоминаю, потому что, ну, когда я говорю о США, вот, потому что, ну, к сожалению, ситуация, которая происходит в Соединенных Штатах, привела к одному из самых больших кризисов в украинской армии за последние два года. То есть история с тем, что трамписты... Вот сегодня вообще Дональд Трамп, тех, у кого были сомнения, я не знаю. Знаете, есть такая плеяда людей, значит, русскоязычные трамписты, там вот этот вот Любарский, Табах, кто еще, Ларионов, Велер, ну вот это вот все говно, значит, которые постоянно рассказывают, что, а вы знаете, помощи Украине нет, потому что на самом деле Байден трампистам штаны насрал. Они наверняка продолжат это говорить, но я не понимаю, как они могут это делать, да, вот после там, в том числе, твита Дональда Трампа, где он просто говорит, нет, не надо давать денег, просто не надо. Вот, типа ни в коем случае не смейте голосовать за это в Конгрессе. И вот ситуация заключается в том, что одна из самых экономически и военно мощных стран мира, Соединенные Штаты, а в чьих интересах, напрямую? Да помощь Украине, потому что чем меньше помощи они окажут Украине, тем тяжелее Украине будет на линии фронта, тем больше успехов будет у России, и тем больше и сама Россия, и другие диктаторы значит, будут видеть, что западный мир не имеет достаточно ресурсов и возможностей для того, чтобы обороняться от агрессии. И тем больше будет угроза для стран уже в Европе, союзников Америки по НАТО. А уж после фразы Трампа, когда он сейчас сказал, что типа, а вы знаете, я вот сказал, типа, э, европейским странам членам НАТО, которые, ну там у них была история про 2% от ВВП и прочее, прочее, я им сказал, да пусть Россия на вас нападает, я не буду вам помогать. Ну, после этого вообще, честно говоря, это немножечко пиздец. И вот, и сейчас это тоже активно обсуждается. И вот при приверженности и Байдена, нынешнего президента, собственно, обещаниям, которые давались в Украине, которые в интересах Америки полностью, при его приверженности этому всему и при приверженности американского большинства, то есть большая часть людей в Америке, там, по-моему, около 70% за помощь Украине. При всем этом трамписты просто в Нижней Палате блокируют и все. Ну, то есть это даже не доходит до Нижней Палаты, потому что в Нижней Палате Джонсон говорит, если к нам придет, мы ну, точно запорим. Вот типа на 100% будьте уверены. И все. И ситуация патовая. И патовая она не столько из самого Джонсона и Трампа, а из-за людей, которые Джонсона и Трампа поддерживают. Понятно, что если бы этой поддержки у Джонсона и Трампа не было да, в Америке, то республиканцы не стали бы идти на поводу у трампистов, остались бы нормальными республиканцами, типа как раз Ники Хейли, вот, и как раз воплощали бы республиканские ценности, а не вот это говно, которое Трамп, значит, декларирует. И, естественно, вот эта ситуация, она очень сильно влияет на войну в Украине, потому что без выделения американской помощи Украина не может понять, на что она может и на что она не может рассчитывать в 2024 году, из-за чего она снижает расход, например, снарядов, из-за чего уже сейчас в Авдеевке стала критическая ситуация. То есть критическая ситуация в Авдеевке стала не за успех, России каких-то, не из-за того, что Россия как-то лучше стала наступать, а из-за того, что у Украины снижена норма по расходованию боеприпасов, по контрбатарейной работе, по артиллерийским выстрелам. Из-за этого э, защитникам Авдеевки стало гораздо сложнее, и из-за этого у России там есть успехи, которые могут перерасти в потерю Авдеевки или в большие потери со стороны ВСУ. То есть все это связано между собой, и корни всего этого буквально лежат в вонючих трампистах санах. Вот, поэтому, естественно, я на эту ситуацию обращаю внимание, обращаю внимание зрителей в том числе, не столько, чтобы они повлияли на трампистов, я не очень верю, что у меня есть такая возможность, вот, но для того, чтобы люди понимали, собственно, откуда идут те или иные предпосылки, которые в итоге выливаются, в том числе, в изменения на линии фронта. Вот, естественно, когда я говорю про Америку, естественный вопрос ко мне, типа, а что это ты вот говоришь американцам, что делать? И я говорю, я вообще-то американец, налоги плачу. Причем уверен, что не меньше, чем большая часть зрителей, которая, значит, рассказывает мне, что, значит, я, не знаю, не имею права ничего говорить про Америку. Вот, поэтому, как бы, я не то чтобы стал чаще упоминать американское гражданство, потому что я хочу им флексить или что-нибудь такое. Более того, я не до конца понимаю, в чем флекс американского гражданства. Американское гражданство – это во многом ноша. Хотя, наверное, звучит не очень правдоподобно, но как бы я тоже детально рассказывал, можете опять же тоже же стрим с кесом посмотреть, я там тоже в детали э, посвящаю. Не только там, но где еще. Но, как бы, собственно, рассказывайте, связанные вот с контекстом того, о чем я говорю. Так то у меня нет ни желания ни чего-то такого значит, рассказывать, напоминать, что у меня американское гражданство или прочее. Идем дальше. <клышка> Следующий вопрос от Елены. Какие органы чувств для вас наиболее эмоционально важны? Какие у вас любимые цвета и запахи, в том числе необычные? Какие будут органы чувств? Обоняние. Кожа, то есть тактильная. Э -э, Боняние, обоняние. Обоняние. Сезание. Слух. Запахи, голос. Запах. <плышка> 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 поставила в тупик. Органы чувств. Подожди, седьмое чувство, значит их шесть. Органы э -э, их 6 понять, осязание. Да, глаза, и... зрение, э глаза, зрение, уши, слух, язык, вкус, нос, а Почему их 5? Их 6 же должно. А, шестое чувство, не 7 чувство. Шестое чувство. Да, 7 5, 5, 5, чудо 5. 7 чудес света, 6, шестое. -ше. нос, язык, уши или глаза для тебя самое важное. Типа, а мы покупаем или продаем. А не знаю. Я довольно тактильный, человек, мне многие говорил. То есть, я вот тот самый человек, который, знаете, типа в компании в разговорах постоянно дотрагивается до собеседников и все прочее. Можно посмотреть мой стрим со Светом, точнее, со, стрим Светова со садой. И Ой, там ей. я тоже постоянно. Вот это даже кто-то потом сделал смешные дорезки, где там, типа, минуты, по, по, минуты полторы. Пьяный был, я выпил бутылку виски. На тот момент для Ой, меня ладно, это... флексить, конечно, пьяный. На тот момент для меня это типа. ну... Бутылку вы. Ну, виски подбуханный, выиграл. но типа не пьяный. Пьяный я стал потом, когда оттуда поехал в Чертаново, и вот там еще вылокал где-то 7-8 бутылок пива. Вот тогда, да. Это же тогда была эта, та, та история, по-моему, тогда. Нет. Нет? Нет? Может быть, не тогда. Ну, короче, я поехал на, на день рождения потом, или просто друзья собирать, И вот там я уже был пьяный. А бутылка Виски она была, по-моему, 0,5. Ну то есть это даже не 0,7. Короче, на тот момент это не супер много было. Неважно. Суть заключалась в том, что как бы сделали вот эту вот нарезку, где полторы где-то минуты под очень нежный трек с сердечком и типа я там постоянно... да, очень очень смешно, мне понравилось. Вот. Поэтому я довольно тактильный человек. Что касается зрения, вообще похрен у меня. Серьезно? Э, да, да, да. Более того, вот я очки ношу, но у меня зрение плохое по минус 2 было еще до того, как я начал очки носить, то есть очки я начал носить в 2020 м или когда мы уже мы уже в 2021-м. в 2021-м, значит, мы уехали, значит, в 2021-м я начал носить очки, а вот до этого еще года четыре у меня уже было плохое зрение, но я не носил ни очков, ни линз, мне как было плохо. Я такой, ну я примерно понимаю, типа, ну у меня нет Уж такого, что я прям ничего не вижу, вот, и как бы, ну как бы, я все вижу, что мне надо, а что не надо, как бы нет, поэтому, ну, зрение, видимо, у меня не приоритетное чувство, что Касается слуха тоже, вот, ну, слушаю, слышу я довольно хорошо, вот, но не могу сказать, что там я не меломан, не что-то такое. Язык, вкус, да тоже, наверное, потому что, опять же, у меня нет загонов по еде каких-то больших, вот, обоняние а это вообще мое проклятие, потому что я очень хорошо слышу запахи, видимо, из-за моего гигантского носа. Это так работает? Я не знаю, как именно это работает, но я прям очень хорошо слышу запахи и меня вот в парфюмерных магазинах, например, я я не могу там находиться, типа меня через полторы секунды начинает укачивать, потому что я слышу такое количество ароматов, что просто голова сразу начинает болеть. Вот, поэтому, ну да, наверное, осязание у меня основной. Вот так вот. Я первый раз в жизни просто об этом задумался, и методом исключения получается вот так. А я не готова ни от чего отказываться, я готова классифицировать в порядке убывания важности. Первое для меня, конечно, безусловно, глаза. Я не могу себе представить, мой страшный сон, что я не вижу. И когда я задумывалась несколько раз о том, чтобы сделать себе операцию на глаза, потому что я очень устала носить линзы. Те, кто смотрит, а не только слушает эфиры со мной, может заметить, как я постоянно тру глаза, потому что э, в очках устаю, в линзах устаю, а плохо видеть не могу, мне супер некомфортно, и, конечно, глаза для меня, наверное, самое главное. Следующее – это обоняние. У меня очень хороший э, нос. <laughs> Очень хорошая память на запахе. Для меня самые яркие, самые острые, самые внезапные воспоминания всегда связаны с запахами. У меня за запахом всегда какая-то большая часть моей жизни, история, какая-то эмоция, какие-то переживания. И я во все это могу погрузиться, как только я слышу какой-нибудь знакомый запах. И я помню, когда я болела коронавирусом, для меня было просто как ну, отдельным кошмаром то, что я не чувствовала запаха вообще никаких, и это было, это добавляло какой-то дереализации, ощущение, что мир вокруг меня не настоящий. Если у этого нет запаха, то это, это для меня не существует. Ну, не так, конечно, но тем не менее. Дальше осязание. Мне очень важно трогать. Я, я если что-то не потрогала, я, считайте, до конца себе это не присвоила. Поэтому я не люблю, например, картинные галереи. Я каждый раз, когда подхожу, мне хочется пойти в детские галереи, где можно... Я все вообще и с удовольствием, потому я что... Тоже, да. И я, я ровно поэтому люблю, например, музеи, где выставляются статуи, допустим. Греческий, древнегреческий, древнеримский зал. Все мои самые любимые картины. Не люблю, потому что хочется подойти, понюхать, потрогать, оплесать. Ну, не совсем, конечно. Но, в общем, вот мне не хватает. Зрение это ключевой орган, но э, недостаточный, не основной. Не, я бы не хотел лишаться никакого из органов чувств, так да. скажем. Вот, поэтому ассистент для меня тоже очень важно. Иногда я гуляю по улицам, смотрю на крыши и грущу, что я никогда до них не дотронусь. Мне прямо э, последние сколько много лет эта мысль меня преследует, стоит мне выйти на улицу и такая: ну разве я живу в этом городе? Ну разве я была в этом городе? если Я не трогала вот ту крышу. Жесть. Эта крыша мне не принадлежит, пока я до нее не дотронулась. Получается, ты Карлсон? Вау. Вы можете поверить, но он, что у него фамилия Карлсон? он жил на крыше, на крыше жить не хочу. Он не жил на крыше, он жил в отеле. Но я мы бы, видели, в каком. Я бы хотела. Как он пролетел? как раз, он прилетел, мы все видели. Типа на денечек или, может быть, даже на неделю проводиться в Карлсон, чтобы просто летать и трогать крыши. Там, а интервью зданий. бы у Путина взяла? Блин, взяла бы, на самом деле. Да? Ну, я думаю, что Путин бы, конечно, там было бы тяжело. Если даже Борис Борисовичу было тяжело, да, то Путин, я думаю, там вообще бы а... сказал бы: расстреляйте ее прямо тут. Дальше, дальше вкус. Для меня вкус тоже очень важен. Хотя, знаете, есть говорят, что мы интуитивно знаем вкус вообще всех предметов. Вот ты можешь себе представить, как ты, например, облизываешь вот это шумоподавление, и ты вот можешь почувствовать интуитивно на языке вот ощущение вот этой губки. И представить запах, например. Ну, могу, наверное. Да. А это прикольная штука про язык, Прикольно. которую я где-то прочитала. Ну и э, слух это последнее, наверное. Хотя иногда, когда, а иногда я... когда я думала: вот, например, если бы надо было чего-то прямо обязательно отказаться, голос, зрение или слух, то я думала, что лучше, конечно, пусть это будет э, голос. Мне очень важно слышать мир вокруг. Ты знаешь, а интересно вообще, существует какое-то разделение на людей, которые познают да. мир органами чувств, в принципе, и теми, кому вообще, ну, органы чувств не настолько важны? То а есть, чем типа... они тогда коммуницируют с миром? Не то, чтобы коммуницировать, просто типа, не знаю, как я бы себя представил в этом контексте, как человек, который вот внутри своего мозга находится, и в целом мне вообще даже не обязательно взаимодействие с внешним миром. То есть у меня у самого там всякие процессы идут, и как бы, ну, я не то, чтобы этот мир прям познавать хочу, а у тебя, видишь, как будто. Значит, история связана с тем, что ты вот прям органы чувств активно задействуешь. Не знаю. Короче, я не шарю за эту тему. Но вот у меня, как видите, органы чувств мне как будто. Не то что мне нужны, нет, нет, будет иронично, если они все откажут. Тьфу-тьфу. Да, чуть-чуть фу. -фу. Вот. Но как бы как будто я не выделяю их как-то по-особенному. А, да. А что касается цветов необычных или запахов, у тебя есть какой-нибудь пунктик на запахе или необычные цветы? Нет. Ты ты не любишь запах бензина? Не, нормально отношусь к нему. Ну, типа, не, за, не А крутишь. запах газа в зажигалке? Ну, пахнет палеными волосами, как известно. Нет, вот... Как не поняла газ... шутку? Нет. А. Чем пахнет зажигалка? Палеными волосами. Нет, я именно про газ, я не про саму зажигалку. У газа вроде вообще нет никакого запаха. Есть, у того, который... Вообще газа окрашивают, да, чтобы ты понимал, что он где-то протекает. Да нет, короче, нет, я не токсикоман, у меня нет... Запах краски. Мой любимый сезон, когда красят бордюр и скамеечки. Шесть. Просто выходишь и... И Ты, ты это, вдохновляешься а -а -а. окружающей тебя действительностью. А, что еще? Я... Не, вообще я обожаю странные запахи. А, я люблю Кожу, я люблю запах костра, я люблю запах печки, я люблю запах хлеба, я люблю запах сырости. Ну, у, тебя, у тебя, видимо, ассоциативная, какая подвала, штука. Подвала, я люблю запах метро, я люблю запах камушков с рельс, которые пропитаны э, вот этим мазутом, который капает с вагона. Я обожаю все эти запахи. Вот Все это прям. Okay. Куча у меня, короче, любимых. С цветами... Жесть, такой... Киберлера, откуда у вас столько вопросов Мы осталось вообще к... в этом мире? Киберлера, спасибо вам огромное. Круто, нет, я без негатива, с... просто я удивляюсь, как вы умудряетесь находить да, вопрос. Короче, зак заканчиваю отвечать на вопрос э -э Елены. Э -э да, с цветами нет такой, такого прикола, запахами есть. Присоединяюсь к вопросу, кстати, Киберлера, комментировала предыдущий про, вопрос про американский да. подход. Ну опять же, Хотя моя эта ставка тема, на то, и... что Майклу пришлось заплатить какие-то гигантские налоги, из-за чего у него теперь травма прокатывается Ну Майклу действительно пришлось заплатить немало налогов, И в прошлом году меня это устраивало, потому что они шли на Хаймерс а в этом году меня это не очень устраивает, потому что мудаки республиканцы не хотят, чтобы мои налоги шли на новый Хаймерс Киберлера. Присылает целый блиц, очень круто. Начинаем с вопроса ко мне. Как вы относитесь к негативу в комментариях под БШ с Надеждином? Я полностью на вашей стороне. Это дутый спойлерный кандидат, с которым нечего в миндальничать и ему подмигивать. А народ убеждает себя, что он не настоящий людоед, это показной и реагирует так, будто вы покусились на святой. Как вы с этим справляетесь? Удается ли вам выстроить барьер между собой и этими несправедливыми нападками? Ну, к тебе. Я не никак не отношусь к комментариям под БШ, потому что я их не читаю, потому что не я последние много месяцев пыталась определить для себя круг тех людей, чье мнение для меня действительно важно, Правильный подход. и ориентируюсь только на них. Очень а хороший подход. Все, что пишут в комментариях, я просто не читаю, мне это не нужно, мне это не важно. Если, там, не знаю, самое главное, что я сама себе самый строгий судья, и я первая, кто ставит себе оценку и я думаю, что в любой другой ситуации я бы сделала все то же самое. Единственное, конечно, мне не хватает устойчивости и хладнокровия. Я буду над этим работать, а все остальное, мне кажется, что я все сделала правильно. Поэтому нет у меня никакого отношения к негативу, я его просто не читаю. Я уверена, тем более, что Александр Уключев обязательно забанит всех, кто будет писать там оскорбления. Может ведь так сделать, я думаю. <свист> не знаю. Э -э ну, мы обсуждали, кстати, что под моим. Ну, это же такое не то что повторение ситуации. Но помните, у меня был ролик, где я говорил, что Борис Надеждин хам. И еще многие это еще был до интервью не нос надежды. Ну, просто типа, да. Я человек, профессия, которого а разбираться в людях, Б, смотреть на весь бэкграунд людей. Да? Есть неофиты, которые приходят, ничего не понимают, ничего не знают, которые занимаются черепикингом, и у которых есть вот та, тот феномен, о котором мы говорили. Это как же что байс выбора или как-то так он называет, что им кажется, что вот они вот как-то оценили Надеждина, и любой, кто что-то говорит против Надежды, или хоть как-то вступает с ним в полемику, он покушается на выбор этих людей. Ну, вот как человек, который купил машину какую-то и защищает ее везде. Ему говорят, ну, машина у тебя с рейтинга, дай. это самая пизда, да, на свете машина уже после того, как он ее купил. Вот, ну, как бы это только с опытом приходит, вот, и с рефлексией на тему собственных предвзятостей, да, то есть нужно как-то, силам себя, там, с логическими ошибками, как работать. В первую очередь надо себя отрефлексировать на то, какие у вас есть там байсы и всякие убрать их в сторону. Вот. А то, что надеждан хамло, ну, как бы, мне кажется, видно любому адекватному человеку, который посмотрел хоть там один его какой-то эфир. Хамство — это никогда когда человек матерится или обзывается. Хамство — это когда человек не уважает собеседника или пытается э, его вербально принизить. Что он и делал с ним, но, типа, он не, не хотел отвечать вопрос, начали там, женщина еще что-то послушайте там какой-то вот это тыканье и прочее вот но это вот человек из этой среды он считает возможным так э, так себя вести а пусть это будет на его совести но вообще я не готов там типа сильно нападать на Борис Борисовича, потому что я думаю что его скоро ждет много испытаний ну вот поэтому... ну удачи ему в этих испытаниях yeah, я надеюсь он их пройдет ему большое спасибо в любом случае что он поверил mm. в себя и хоть и на мой взгляд <laughs> больше чем больше, чем. Э, Того требовала ситуация. Больше чем было возможно. Вот. Но как бы я думаю, что пометуя о Прохорове, о Грудинине, как бы, к сожалению, если Борис Борисович не имеет сейчас плана, который, может быть, у него есть, я надеюсь на это. Да, то есть, если он. Ну вот, а как... что, слушай, подожди, а просто да. э, Грудинин дошел до бюллетеня? Да. И а что индивиду? после выборов было с Грудининым, помнишь? Так в том-то и дело, что... А вот гарантии. там красная черта проходит. Не, не там. Борис Надеждин нет. сейчас нет. всячески подыгрывает и ЦИК, и всем нет. этим бабулькам и дедулькам. Подыгрывает, которые... не подыгрывает, <связь> вообще неважно. Подписи история за заключается не в том, в бюллетене ты или нет, а история заключается в том, соблюдаешь ли ты договоренности, которые у тебя были с условными кураторами. Борис Борисович, очевидно, договоренности не собрал. Ты думаешь, ему не просят эти очереди? Нет не простят. Ну, посмотрим. Ну, что посмотрим. Слушайте, вот когда Пригожин договаривался с Путиным, мы все такие, ну, посмотрим, простить его Путин или нет. Да, типа, ребята, Путин и его администрация, ну, как бы, мы их знаем очень давно. Я их знаю очень давно. Кириенко я знаю очень давно. И всех остальных. Надеяться, что как-то пронесет, ну, примерно так же, как было надеяться, что его зарегистрируют. Да? Почему я позволял себе вот говорить безапелляционно, что точно не зарегистрируют? Ну, потому что любой человек, который следит за российской политикой плотно больше хотя бы двух-трех лет, прекрасно понимает, как она устроена. Поэтому единственная защита, которая может быть у Бориса Борисовича, это продолжение медийной активности и концентрация вокруг себя поддержки. Мы видим, что она спала, причем кардинально. Там Максим Евгеньевич переключился на жен мобилизованных, и все, вот был Надеждин, нет Надеждина. Остальные тоже. Интерес к самому Борису Надеждину кратно упал. Почему, кстати, упал? Я же тоже об этом говорил. Что когда вы готовите аудиторию к тому, что его могут зарегистрировать, то в случае, если эта регистрации не происходит, люди опускают руки. Но если бы вы заранее говорили, что, скорее всего, не регистрируют, и вот наш план на дальнейшие действия вот тогда бы можно было не потерять всю эту поддержку. Ну, я надеюсь, что у Бориса Борисовича есть сейчас план какой-то. У него есть план. Нет. На 2026 год. Это не план. У него очень план. Послушай. А, я слушаю, я слушаю. Да, это, у него это, план это, до 2026 года. Возможно, он даже её создаст... Да, он, конечно, в интервью с тобой говорил, что он великий комбинатор и все такое, но ну, я позволю себе усомниться. Вот. И как бы, если у него реально есть план, то это может его защитить. Если у него плана нет, то, ну, я бы рекомендовал уже сейчас смотреть в сторону стран других вот, и примиряться, где ему, что называется, нравится. Ну, видишь же, кстати, уже что началось? Уже изъяли тираж его газеты. Конечно. А что, конечно, вот до того, как случилась нерегистрация, его не трогали. Не арестовывали его сборщиков, не, не знаю, ничего не блокировали, нигде вообще не вайнили и прочее. И вот оно уже потихоньку начинается. Почему? Потому что поддержка, она ушла частично после этого. Почему? Потому что и сам Борис Борисович, и люди его окружающие, медийного его продвигающие, все говорили, Кремль еще не решил, там это... Аббас Радикович Галябов, э, при моем бесконечном к нему уважении, он прям очень вовлекся в эту историю. То есть на этапе, когда он уже говорит, что интервью с Такером Карлсоном было опубликовано, чтобы отвлечь от нерегистрации Надеждина, я такой Окей. Как бы, а почему нет? Примерно по миллиарду причин. Назови хотя бы две. хронологическим, то есть, типа, насколько возможно это подготовить медийным, что нет медийного поля, где Борис Надеждин и интервью Такера Карлсона и Путина пере 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 перекликаются каким-либо образом. Почему а, в нашем медийном поле они прикликались? Не особо. То есть у нас Надеждин отыграл э, утром и днем, а Такер Карлсон появился ночью. Более того, Борис Борисович не предпринял никаких дополнительных действий, которые бы можно было обсуждать в последующие дни. То есть, от чего именно нас отвлекли Такером Карлсоном, хотелось бы узнать. Вот от какого-то, может быть, Борис Надеждин заявил, что он э, митинг устраивает. Он, он заявил, не что сказал. он идет в суд. Ну, идет, и идет. От нас-то что -то, Понимаешь, проблема план от действий абстрактных отличается чем? Что план — это когда ты аудитории говоришь, ребята, вы теперь вот делаете вот это для вот этой цели. Ты говоришь, я иду в суд? Ну, иди. Как бы хочешь идти — иди. Хочешь забыть — забудь. Ну, то есть, типа, Только правда... Только знаешь, что в конце пути. Да, к сожалению. Вот. Вот, я, искрен... не я искренне надеюсь, что у Бориса Борисовича, правда, есть планы. Более того, если как бы этот план начнет как-то реализовываться, я, может быть, как-то что называется присоединюсь к его реализации дистанционно, ну в том смысле, что подсвечу его. Но проблема как раз в том, что сейчас Борис Борисович вообще не предлагает никакого действия, ни но в своем интервью. Наоборот, Так сказать Борис Борисович, а может вы вот там за Даванково в топите? Но это какое-то действие, да. Я не согласен, что это правильное действие, но тем не менее. Вот. А если не за Дванковым, может быть, вы еще что-то сделаете. А Борис Борисович говорит: я великий комбинатор. Подождите, до марта будут события. Ребята, до марта месяц остался. И вот отсечка, после которого за Бориса Борисовича возьмутся серьезно, скорее всего, я не уверен в этом на 100%, может быть, там старая дружба с Киренко сыграет, может быть, Путин не так увлекся компанией Надежды, может, до него там не довели, насколько, значит, она там была или не была, да, ведь, ну, Путин сам в интернет не залезает. Вот, все может быть, но базовый сценарий – это то, что вот выборы проходят, а дальше начинается то, что обычно начинается. То, что было с Прохоровым, то, что было с Грудинином, когда все отнимают, максимально закатывают. Все почему-то забывают Прохорова, а я помню хорошо. Почему? Потому что когда Прохоров был кандидатом в президенты, у меня вышкинцы все шли за него голосовать. Я не ходил, потому что я говорил, это меня мурзилка мало интересует. Но мои вот прям э, сокурсники они прям многие пошли голосовать за Прохорова: типа Прохоров он прогрессивный, он говорит, прогрессивные вещи. Я вот вчера на стриме с Хессом, кстати, вспомнил, что Прохоров первый, кто придумал использовать статы из брата в своей избирательной кампании. Помнишь, не помнишь? У него, у него как раз были раз, развешены плакаты по городу вот его партия ну, у него же партия была, которая потом у него отняли после выборов эту партию. Э, у него было в чем сила? Mm -hmm. Ну, типа и прочее. Это Прохоров придумал на самом деле, и за это ему многие респектовали. Вот. И после выборов, поскольку он показал результат выше, чем планировалось, и был эффективнее, чем планировалось, его вообще выдавили полностью из политики, из его партии. Он там продал несколько активов, которые у него были. И вообще в России практически время перестал проводить. Вот. Ну, с Грудиным вы знаете, это было не так давно, поэтому все помнят, что его там начали прессовать, отняли, все, что можно отнять и прочее. Вот, как-то так. Ну, опять же. Э я понимаю, что это звучит все, особенно учитывая, что я не знаю, что это было фернино, и что Надежда не хамил, что я как бы что-то плохое хочу сказать про Надежду, но я на самом деле не хочу. Мое мнение о Надежде не изменилось. Оно вот как было персонально о нем не очень хорошим, так и осталось. Но с точки зрения его компании, он большой молодец, большое ему спасибо. Возможно, это все произошло, потому что он нерационально в себя поверил, но неважно, почему это произошло, важно, что это уже само по себе сделало многое. То есть компания была успешной. Дальше можно этот успех развить, но пока я не вижу ничего, что намекало бы на то, что у Надеждыны или, так сказать, у аутсорс-технологов, которые ему помогали, есть какой-то план на дальнейшее развитие. Я прочитал пост Максима Каца, когда отказали э, Надежду регистрировать э, в регистрации, и пост выглядел как, типа, ну все, мы на этом этапе сделали все, что могли, типа, мы молодцы. Ты видел этот пост? Нет? Я но могу... Этот, это так сейчас... в духе Каца. Да, да, ну мы не будем сейчас об этом отдельно давайте как бы оставим, потому что мы там, Очень понятно, хорошо. мы, понятно, не объективны, да, мы, понятно, у нас там да, личные Да, ну что и все с прочее. нас вообще Да-да-да-да, ну вот там вот такой пост, я вам сейчас даже прочитаю его, если позволите. Читаю посты Максима Каца, вообще я пиарщик его бесплатный абсолютно. ЦИК сообщил, что у Бориса это пост... А, вот я правда вижу, что он сейчас измененный, но... Тут... А разве нельзя в Телеграме предыдущий? Не, нельзя. Ну ладно, неважно. Надеюсь, там смысл не поменялся. 8 февраля пост Максима Каца. ЦИК сообщил, что у Бориса на 95 587 достоверных подписей, а нужно по закону 100 тысяч, с чем Надежды до выборов допущен не будет. Ситуация, когда полстраны видели очереди на подписные пункты, и когда всем известно, что в штабе лежит еще 100 тысяч настоящих подписей, это звучит Особенно нелепо. Путин с ножками хочется добавить. Президентские выборы не муниципальные, снятие хоть основного, но при этом довольно слабого на данном этапе оппонента по такому нелепому крючкотворству говорит о том, что система совсем не чувствует себя уверенно. Будет интересно посмотреть, что теперь скажет Верховный суд. Но в целом, вот слушай сейчас: угу. но в целом из этого этапа процедуры продления Путина мы выжили максимум возможного. А на пустом месте спокойное, тихое переназначение превратилось вдруг в конкурентную кампанию, где надо изворачиваться и придумывать нехватку 4413 подписей, чтобы попытаться вернуть ее в ожидаемое русло. Это хорошо, продолжим в том же духе. Я это интерпретирую, опять же, моя интерпретация, как типа, все, расходимся. Расходимся, конечно. Вот. Что? А что, не расходимся? Ну, Потом да. выяснится, что не расходимся. Нет. Просто когда, прости, а, еще вся эта история mm -hmm. с новой газетой Европа, с этими подписями, с этими штабами, mm -hmm. с этой избой а, была а, в центре обсуждений, а, Максим Каца очень негодовал тем, что Алексей Навальный поддержал инициативу Максима Резника «Полдень против Путина». Он прямо весь такой, очень был сердитый на Опять стриме же, с ты, Сашей, ты... потому что, подожди, mm -hmm. потому что он говорит, это надо делать за две недели до голосования. Ну, у него вечно, то мы этом. за пять месяцев до должны договориться, то за два дня Говорить города, об этом да, сейчас, да. типа, слишком рано, это да. вообще э, не да. предмет обсуждения конкретно сейчас. Надо было выступать в поддержку этой акции. Да. Э, вот в преддверии, буквально накануне, а вот сейчас слишком рано. Поэтому у меня вопрос к Максиму Евгеньевичу. Так слишком рано или мы уже закончили ты все? Слушай, э, ну с Максимом это же всегда история. Потому что помнишь, когда он вот предлагал вот это все объединяться и прочее, ему все писали Максим, так ты же говоришь, что вообще за два дня до выборов надо что-то делать. Он говорит, тут другая ситуация, тут по-другому mm -hmm. надо. Вот, но мы не будем обсуждать личность Максима Каца, я не к этому совершенно, потому что на самом деле то, что он сейчас, какой движ он выбрал, я поддерживаю. То есть он э, сакцентировал внимание сильное на женах мобилизованных, и из этого мы тоже узнали, что вот среди аудитории Максима Каца нет там условно аудитории которые готовы идти на рисковые штуки, да, потому что, по-моему, впервые в истории Максима Каца э, он призвал выходить на протест, ну, то есть на несанкционированный, я такого вообще не помню, и те люди, с которыми я это обсуждал, тоже не помнят, поэтому это вообще респект, это большой рост у Максима, э, я очень рад, что он как бы э, призывает к политическим действиям, это круто, вот, но, как мы увидели, к сожалению, эффект это не дало, вот, то есть его аудитория как раз привыкла к безопасным действиям, может быть это изменится, может нет, неважно. Суть в том, что он вот сейчас выбрал правильную точку приложения усилий, на мой взгляд, то есть действительно жены мобилизованных это большой-большой хороший вот такой механизм приложения. Но единственное, что вот я немножко сожалею, что он как раз там, не знаю, может быть, вместе с Борисом Борисовичем, может, вместе с кем-нибудь еще не готовил план вот после нерегистрации в ЦИКе, которая была очевидна. То есть я, наверное, могу представить... То есть я не могу представить, что Максим считал, что его реально могут зарегистрировать. Я могу представить, что Максим, как он, он это часто делает, специально выпустил там за день видео, до, что Кремль еще не, приодел... не определился, еще все возможно и прочее, прочее, потому что он любит мотивировать аудиторию, даже говоря вещи, в которые сам не верит. Вот, но я надеялся, что есть какой-то запасной план. Ну, то есть типа, что есть, обсуждается там Прям в этот момент обсуждается, что они будут делать после регистрации. запасной план. Какой? Бороться с ХБК. Ну ладно, опять же, ты вот переходишь прямо на личные терки, я не хочу. Не потому, что я с тобой не согласен, я с тобой согласен, но как бы это не имеет... Ну, в очередной пятисотый раз мы обличим Максима Каца в пятисотый раз люди скажут, вы его не так поняли. И как бы зачем мы в этом... Ну, нужно, что Путин повторять все по одному разу, да, там. А вот и короткая историческая справка на 30 минут, кто такой Максим Каз, да, и Типа, начинаем как Путин шпарить. Зачем это надо? Не зачем это не надо. Тем более, что, опять же, я говорю, что мне сейчас, ну, то, что он делает, мне кажется, правильно. Вот. Не в той части, где он критикует ФБК, а в той части, что вот для меня есть там Кац, который ходит по эфирам и пишет в Твиттере, есть ютубный Кац, да. И вот то, что после наших с ним дебатов он не выпускал больше ролики с наездами на ФБК, я это очень уважаю и спасибо ему за это большое. Это очень здорово. В Твиттере пусть любой херню занимается, потому что Твиттер вообще это не неважная для русскоязычной аудитории соцсеть. Вообще там хоть ФБК, хоть меня, хоть еще кого-нибудь вообще. Бога ради. А вот. А в Ютубе то, что он свой реальный ресурс медийный, то, что реальный ресурс карца, медийный э, карца, карца э, это Ютуб, то, что он использует его правильно, это хорошо. У меня есть две минутки. Я хочу бубана покормить. Пора. Ну давай. Что я говорю. Вот, поэтому посмотрим, что будет, что будет с компанией Борис Надежда, но вот есть, к сожалению, какое-то вот такое ощущение, что она завершилась. Это не очень здорово, потому что как будто есть еще, есть еще э, возможности. Так, Майкл, напиши Андрею Дрю, позови на стрим, он стесняется, 4 года как не стримили. Да мы с ним общаемся Ну, то есть, типа, у нас с ним есть взаимодействие Я не думаю, что он что-то стесняется Но я стримы не провожу То есть, у меня нет стримов, стримы проводит Нино Ну, вот я к ней хожу и иногда Ну, я и к Хессу пошел, потому что мне просто интересно было Пообщаться с ним и посмотреть на его аудиторию И на ее реакцию, потому что Ну, необычная для меня аудитория Вот а, а так я, ну, сейчас не даю интервью Не даю комментариев Вот Поэтому как бы мне это, это не очень интересно. Идем дальше? Да, а я по писту хожу как раз. Держу в курсе. А, что в этом такого? Все, что естественно, то не безобразно. Я на этом настаиваю. Я снимаю табу с походов в туалет, вот этих вот все пойду попудрить носик и прочее. Это все говно. Давай, ну, что стесняться? Я снимаю табу со всей этой херни. Отлично. Поэтому пойду и мощно посу. Дорогие друзья. Теперь мы остались с вами один на один в этой неловкости, друзья. <с> я ничего не могу с этим поделать. Поэтому, поэтому сделаю вид, что все в порядке, все идет по плану. И вернусь к вопросам от Киберлеры. Ой, я думаю, что про Надеждина мы уже сказали много. Так, Киберлера продолжает. Теперь задним числом кажется, что призывать ставить подписи за Надежды, но это была ошибочная тактика, потому что она оставила власти кучу времени для принятия решений и действий. Логичнее было бы выждать до начала марта и только тогда к чему-то кого-то призывать. А как вы думаете? Я бы не связывала эти два события. Кремль и власть имеют планы на разные сценарии. И наоборот, мне кажется, самое важное, что произошло за этот месяц, пока шла кампания, пока шли сборы подписей, это то, что люди увидели друг друга, об этом уже много, где было сказано, но столько для объединения антивоенных людей, сколько сделал Надежда, не сделал, пожалуй, не то чтобы никто, но в последнее время совершенно точно это было самое яркое, самое мощное политическое события и, конечно, мне кажется, что плюсы от него гораздо, гораздо больше, чем возможные последствия. опять же, учитывая, что за последствия у нас отвечает абсолютно непредсказуемая ой, я плохо поставила микрофон, извините абсолютно непредсказуемая сторона Кремля э, в любой ситуации будет вести себя как репрессивная э, машина и мне кажется, что Нужно успевать делать все, что успевается делать. Простите мне за такой прекрасный анализ. А то, что вы ждете до начала марта, ну, посмотрим. Мы сейчас оказались ровно в той ситуации, когда нужно э, заново собирать всю эту машину и заново перепридумывать способы проявления, способы выражения несогласия, способы... Э, способы создание проблем для Владимира Путина, Сергея Кириенко и всех, кто отвечает за эти выборы. Теперь задним числом кажется, пишет Киберлера, что призывать ставить подписи за надежды, но это была ошибочная тактика, потому что она оставила власти кучу времени для принятия решений и действий. Логичнее было бы выждать до начала марта и только тогда к чему-то кого-то призывать. А вы как думаете? Какая-то чушь. Ну, я не понимаю построения мысли. Ну, что, смотри, пока... Потому что она оставила власти кучу времени для принятия решений и действий. Это сложный момент. Сори, я не понимаю, как связаны эти вещи между собой. Что-то можно делать в марте, что-то можно делать в январе, что-то можно делать в феврале. Все. Это все, что я могу вам сказать. Ну, в общем, может быть, надо было как-то в другое русло направить... В какое? Не знаю, что... Всегда, делали. слушайте, все открыты к предложению. Я много раз говорил, вот кто... Значит, если Максим Евгеньевич, которого я не знаю, почему я упоминаю эти слова, давайте другого кого-нибудь, для примера. Если даже Кирилл Мартынов или Ксения Собчак, которых я презираю обоих, придут ко мне в личку и скажут, «Майкл, мы придумали план, как победить Владимира Путина. Давай объединимся, вот наш план». Если я прочитаю этот план, я такой, «Да» он сработает, мы остановим войну и Владимир Путин умрет или будет судьи я такой, где подписать, типа, вперед, собираемся в трансформеры и херачим Путина. Но пока никто в смысле ничего не смотри, придумал. Смотри, я быть... извини, а. сформулировал наконец, что слишком рано люди начали вести антивоенную кампанию, mm. что ее нужно было вести прямо накануне выборов, чтобы количество стресса было максимальным на точку времени. Условно, до 15-17 марта э, Кремль уже 10 раз э, все продумал, просчитал, увидел количество... А какая разница? Людей. Ну, типа надежность, все равно срезали э, в феврале. Просто какая слишком, разница, в, что будет в марте? Слишком, э, слишком рано антивоенные люди объединились и выступили, например, э этими очередями э, в поддержку... Так, Украины. а больше не было такой возможности. Подписи до февраля принимали. Ну, надо было, может быть, какую-нибудь другой возможность придумать. Так она будет в марте и так. Если придумаете, попробуем. Ладно. Я просто, ну, правда. Типа, не надо завтракать с утра, вы поедите вечером. Ну, то есть, в чем в смысл? <с как <с одно другому мешает. Я, извините, может я тупой не догоняю. Вот, сори, сори, но я не могу понять красоту замысла. То есть, опять же, это не претензии, ничего, но просто не понимаю. Майкл, изменили ли вы свое отношение к украинским СМИ там, может быть, Усову на фоне того, что инсайт про снятие заложного подтвердился? Не изменил. Типа, у меня была очень простая мысль. Было какое-то количество украинских СМИ и спикеров, и не только украинских, еще и западных, которые сказали 29 февраля, 29-го, перед февралем, января, сказали, сегодня отставили Залужного. Этот инсайд не, не подтвердился. Все, значит, мы инсайдам этих источников не доверяем больше. Значит, они выдают не настоящую информацию или пользуются плохими источниками. То, что потом залужного отставили, это вообще не важно и не играет никакой роли. Потому что люди сообщали о свершившемся факте и оказалось, что они не давали настоящий факт. А что они давали, либо слух, либо вымысел. Если бы Бутусов и Цензорнет э, или Гончаренко написали бы, возможно, скоро будет отставка Залужного, или хотя бы по нашим источникам скоро будет отставка Залужного, это был бы другой вопрос. Но они написали, что она уже случилась. А Гончаренко еще потом и 2 февраля в пятницу написал, что на ставке будет сейчас отставка. И они это как инсайт предлагали. Не типа «я думаю» или что-нибудь такое, а типа «нам стало известно по нашим источникам». Понимаете, не важно, что произошло через неделю, две, три или даже два дня, важно, что то, что они заявляли как факт, не случилось, и поэтому с точки зрения инсайдов для меня больше нет возможности доверять этим средствам массовой информации или конкретному спикеру, потому что это значит, что свою информацию они либо не проверяют, либо выдают слухи за э, факт. Вот и все. То есть ничего у меня не поменялось. Я все еще стою на своей позиции, что я не готов обсуждать слухи на основе инсайдов, которые не оправдываются. То есть я же даже писал в своем трейде в Твиттере, что может быть действительно там большой конфликт между Залужным и Зеленским. Может быть завтра уйдет в отставку Залужный, а послезавтра Зеленский. Но продолжать обсуждать постоянные слухи по этому поводу, которые не подтверждаются, я не считаю возможным. Случится факт, будем обсуждать. Факт случился, мы обсуждаем. Мне кажется, это правильный подход к работе с информацией. Для обсуждения слухов есть, там, не знаю, телеграм-канал генерала СВР и еще чего-нибудь. Типа, в путь, дорогу вообще я не против. Вы можете потреблять любой контент, который вам нравится. Но я не буду заниматься обсасыванием слухов, которые очевидны слухи. Слух от факта отличает то, что у нас есть верифицированной, вообще, подтвержденной э, фактической информацией, э, собственно, факт того, что человек, написав, что он точно знает какую-то вещь, соврал. Ну или там, был введен в заблуждение, ошибся. Это не снижает моего, там. я все равно буду читать аналитику Бутусова, я все равно буду читать его медиа, буду читать их статьи и прочее-прочее. Но если они говорят, нам точно стало известно и делают это без пруфов, то я просто не буду это воспринимать. Вот и все. Так все-таки... Она вертится? У Такера Карлсона какая была цель? Зачем нужно было это интервью и зачем он вообще приезжал? Как по Базовая цель любого шоумена – хайпануть. Типа, эта цель выполнялась при любых обстоятельствах. Он хрипанул Вторая цель была это показать своей консервативной аудитории, что Путин не враг, а союзник. Вот он как раз... Это единственное, ну это я так и вчера долго посвятил этому на стриму, что это единственный раз, когда Путину было бы как раз очень уместно рассказать про гендерно-нейтральные туалеты, его любимую байку про родитель 1 и родитель 2. Но это единственный раз в жизни, когда он этого не сделал, хотя от него это супер ждали, Такер Карлс Вот поэтому базово, ну, Такер Карлсон не очень достиг своей цели, потому что, очевидно, зритель Такер... Карлсон, консерватор, там э, именно консерватор, трампист, он э, скорее был озадачен этим интервью. То есть есть вещь, которая случилась в любом случае, это то, что Путин на фоне Байдена, конечно, выглядел куда более здоровым. Вот, но это не заслуга Путина и не заслуга Карлсона, это заслуга Джозефа Байдена исключительно, к моему большому сожалению. Э, вот, а так, ну, опять же... Широкий комментарий можете посмотреть на моем канале и можете даже сравнить с видео, которое вышло до интервью Карлсона и Путина, где я пытался предположить, что в нем будет и говорю, что не стоит переживать по этому поводу, потому что Такер Карлсон-то может постараться выдать Путина в выгодном свете, но там будет сидеть Владимир Путин, поэтому получится не очень. Я думаю, что у Такера Карлсона и у Путина были все-таки разные задачи. Поэтому зачем это конкретно сделал Такер Карлсон? Ну, здесь я скорее, конечно, соглашусь с Майклом. Это и профессиональный интерес, потому как Такер Карлсон теперь человек платформа, он сам себе СМИ, сам себе работодатель, и ему, конечно, нужно поддерживать определенный уровень и градус. А дальше уже каждый пользовался этой ситуацией как мог. Если допускаю ли я, что была какая-нибудь тайная, секретная договоренность, да, слушайте, кто знает, может и было, а может ли через 50, как говорит Саша Филипенко, мы вдруг узнаем, что все это был супер хитрый план, и тогда это будет интересно. может выясниться, что это не было никакого Ну, слушай, пока, плана. пока мотивы обеих сторон понятны, я не вижу смысла пытаться выстраивать. Ну, я к тому, что... То есть, типа бабки, да у Такера Карлсона до хера бабок. Да вряд ли бабки. А. Ну, а это... что? Что нужно человеку, у которого есть бабки влияние? Хочется быть ну, участником истории, хочется ну, менять вот действительность. Да, да. Так это себя. Не, не тайная договоренность, это совершенно открытая мотивация, мне кажется. Ну, в общем. Типа, нет. сколько там уже посмотрел? Сколько, сколько уже Маск накрутил этому интервью? 200 миллионов просмотров? 400. А, следующий вопрос: Нино, будут ли выпуски есть вопрос, Выходите дальше, а то у вашего последнего интервью с Шевидином были тревожные вайпы. А, будут выходить, во всяком случае, на этой неделе у нас запланирована новая запись программы «Есть вопрос». Но что касается моего разговора с Русланом, я там была абсолютно искренне и открыта. Программа, к сожалению, обладает куда меньшими бюджетами, чем хотелось бы. И те бюджеты, которые у нас есть, они как бы в них заложена вероятность ошибки каких-то помарок и каких-то неточностей, что меня и раздражает, и злит, и очень расстраивает, и э, разочаровывает. И, в общем, конечно, этой программе нужен. Свой отдельный патреон, он у нее есть, кстати. Но опять же, это все-таки дорогое производство, когда ты едешь с командой или ты находишь команду на месте. И, в общем, это много и сил физических и ресурсных, а так как, вы знаете, никогда нет хорошего времени для, для тех, кто живет на донаты и пожертвования. И, в общем, когда я занялась программой, есть вопросы, это ощущалось отдельно. Вот, Поэтому, если это будет плохо, если количество средств будет настолько драматически расходиться с ожиданиями, что будет просто получаться плохой продукт, то я, да, я подойду и скажу, все, я не хочу больше это делать так. Это единственное, что я сказала. Я что сказала, то и думала. Точнее, что думала, то и сказала. Поэтому просто поделилась с вами своим каким-то ощущением. А бубочку одевательно одевай... а об... одевать? Обязательно одевать при выходе на улицу. Это больше для красоты, для чистоты или для тепла? Конечно, для тепла, особенно сейчас в Литве довольно ветреная и холодная зима, и часто идет и снег, или дождь, или снегодождь, и я я же это все опытным путем проверяла. Мы когда начали только выходить гулять с бабаном, это было где-то начало декабря, когда еще была довольно сухая погода, и у меня есть разные на нее одежды, есть свитерок, есть свитерок и накидка, есть толстовка с капюшоном и накидка, есть дождевик, и ничего из этого не сработало в холодной погоде, она дрожала, ей было некомфортно, она хотела домой, она поджимала лапки, и вот каким-то опытным путем выяснилось, что ей холодно, и потому что как только я купила ей зимний теплый костюм, костюм, который термостойкий и тепло сдерживающий, она начала прекрасно гулять, веселиться и как только появились ботиночки, у нее перестали замерзать лапки и она прекрасно бегает, прыгает и это все, к сожалению, необходимая часть ритуала, что, конечно за нее забирает какое-то невероятное количество сил. Не потому, что она сопротивляется, а потому что это, во-первых, рутина, во-вторых, долгая рутина, во-вторых, точнее, в-третьих, уже очень, очень, нудная рутина, потому что сначала ты собаку одеваешь, у нее четыре лапки, значит, четыре ботиночка, и еще надо эти лапки просунуть через костюмчик. Этот костюмчик она иногда сопротивляется. Застегнуть, застегнуть, сверху надеть шлейку, проверить, если корм, если пакетик. Потом ты себя одеваешь, чтобы и ты не замерз. Шапка, шарф, подвязаться, потому что пальто открыто, если ветер подует, уже вас смоет. Ну, в общем, короче, это все забирается. Вот все штучки необходимые. Те самые, да, 10-15 минут, которые вот ты мог бы просто гулять уже с собакой, поэтому, к сожалению, если бы можно было вообще ничего этого не делать, это было бы супер, но я не могу. Ждем лето. Понять, да, потому что было бы оно реально холодно. Очень ждем новых интервью на вашем канале. Я тоже очень жду, но вот все договор... нужно. Вдохновение. и нужно и вдохновение. Я... У меня было несколько вариантов, но ни один из них не сработал, к сожалению. Одна, один вариант такой был, закончился очень неловким отказом, таким далеким от действительности, скажем прямо, а второй отказ просто трансформировался в договоренности на амарт. Поэтому. Что-то как-то, знаете, я вот думаю, думаю, потому что вот интервью, которое у меня выходит на канале, как мне кажется, это же не просто экспертное интервью, это же не, не экспертное, просто про новости. Это, это должен быть такой человек, про которого интересно слушать, с которым интересно говорить. Надо, чтобы биография человека попала э, в текущий момент, чтобы это как-то все срезонировало, сыграло друг с другом. У меня пока, ну. Я не вижу, ну не, не могу понять. У меня есть списки, конечно, я каждый раз захожу, перечитываю кого-то вписываю, кого-то дополняю, но прям ну не... традиционно в комментариях пишите варики. Нет пожалуйста. чувства момента. К Блин, вот бы с Максимом Галкиным-то поговорила. Блин, это Может очень... у кого-то есть контакты Максима Галкина, или кто-то дружит с Максимом Галкиным, даже кто Особенно, только не смотрит. Если -то а, кстати, Олег Тиньков же тоже любит э -э, твои эфиры. Может уже не любит, Может, но... уже не любит. Олег, Олег, если смотрится, я думаю, не на своем с удовольствием Блин, это очень... Да, Олег. Олег, не знаю, как вас по-батюшке. Вот. Ну, опять же, короче. Новых мемов наделаем, Олег, кайфово. В общем, я тоже очень жду, но... Блин, Олег Тиньков внес самый большой вклад в мем-культуру России 2023 года, конечно. Ты же знаешь Сибирский. Причем меня так всегда удивительно, как, знаешь, эти мемы начинают оживать спустя какое-то время. Ну, то есть там же полгода после интервью прошло. И ты на них смотришь такой, ну, это же натурально. Ты такой, ну, это же натурально готовые мемы. Почему мы все этого не видели? Всегда, конечно, прекрасно. Ну, в общем, да, спасибо большое. Я тоже очень жду, но я решила... Извини, можно я отвечу на комментарии? Вот пишет Издислав Нун. Надежден в тюрьму не хочет за ответ на вопрос. Повторяю вопрос, который был в эфире. Вы призовете голосовать за Дованкова? Скажите мне, блядь, пожалуйста, на вот какой из этапов этого вопроса или этого ответа можно сесть в тюрьму? Понятно, что в России можно сесть в тюрьму за что угодно. Но вот в этом вопросе конкретно. Там ни Крыма, ни границ, ничего. Ни, ни Навального, я не знаю. Какой момент времени, в каком мире можно за этот вопрос сесть? Хватит. Пожалуйста, не позорьте себя попытками натянуть сову на глобус. Mm -hmm. Все, извини. Просто, mm -hmm. ну, типа, э, такой уровень глупости меня несколько выбивает с клея. Вот, типа, сесть за вопрос про Дванкова. Как вам? Нормально? Знаете, вот эта статья, где нельзя отвечать на вопрос про Дванкова. Сука, чё? Поехал же, что ли? Это же с ума сойти Это примерно как фамилия Карлсон От которой я до сих пор в себя прийти не могу уже 5 лет Что вот реально существует американский пропагандист Трампист Консерватор, у которого фамилия Карлсон И он прилетел в Россию И улетел Карлсон улетел из России, ты понимаешь? К малышу Знаешь? Не знаю к кому Это же безумие какое-то Ой, все, ладно Ох, не знал вопроса, так согласен. Так вы зачем пишете, если вопросы не знаете? Вот я вчера Хесусу тоже на стриме объяснял, что у меня больше всего возмущения вызывает. Вот приходят ко мне тоже в личку люди. Говорят, Майкл, ты мудак, козел, говоришь неправильно, пропагандист. Я говорю, окей, ну если у меня есть время. Я говорю, окей, братан, давай разберемся. Давай разберемся. Типа, что тебе не понравилось? Он говорит, вот ты вот это говоришь. Я говорю, я никогда не в жизни этого не говорил. Говорил, ну вот этот стример там или блогер Решет сказал, что ты сказал. Я говорю, так ты посмотри, вот если тебя интересует моя позиция по вот этому вопросу, вот видос, в котором я про это говорю. Он говорит, что я еще должен твои видосы смотреть? Но ты же пришел ко мне обсуждать мою позицию. Да, посмотри видос. Ты пришел на стрим к Ниноре Башвили. Ты хочешь обсудить разговор Нинора Башвили с Борисом Надежденом. И ты хочешь выдать свою оценку ответа Надеждина и вопроса Нинора Башвили. Не кажется ли тебе, необходимым условию посмотреть эфир, о котором идет речь, и вопросы ответа, о котором идет речь. Ну это же как и... Ну это как, я не знаю. Ну как можно пропустить этот элемент? Как можно выражать мнение о том, чего ты не видел? Как? Ну объясните мне, я не понимаю. Это же безумие какое-то. Вот, ну в общем, да, видите, такой эмоциональный фрагмент нашего с, ваш... с вами разговора и, и про Карлсона и про Я, правда, этого не понимаю. Это же просто жизнь какая-то. Отпусти и забудь. Что-то там какой-то что путь. <связать> а, ну, в общем, да. Спасибо большое, что да. не забываете про интервью на моем канале. Я, правда, очень переживаю, когда не получается их сделать, но я решила, что э, если все равно пока не получается, то бессмысленно стучать себя постоянно кирпичом по затылку и как-то себя еще и э, и здесь как-то травмировать, хотя вокруг много всего, что тоже требует сил и э, времени. Евгений Леджиев пишет. Нину, Майкл, Бубочка, всем привет и хорошего стрима. Большое спасибо вам за ваш труд. Вчера, наконец, посмотрел интервью с Шульман. Классный микс про личное и общественное. Блин, э, не могу не поделиться. Это моя пятиминутка гордости. Просто, чтобы вы знали, э, ну, вы и так, наверное, догадываетесь, что я... Каждый раз очень волнуюсь перед записью интервью, а перед записью я с Екатер... правда волнуюсь, да. С Екатериной Михайловной я это понять не могу. Я, бесспорь. честно, вот я была в каком-то таком состоянии, ну. Я пыталась сравнить, где я волнуюсь больше: когда мне за два дня надо было записать три больших интервью, или когда надо было за три дня записать я одно мы... интервью с Екатериной Широком. Когда Шухой. у тебя потоком уже идет, я, наверное, не так волнуешься. Не очень волнуюсь. То, что когда я записывала Гуриева, потом был Фейгин, и была Яна Троянова волшебно совершенно восхитительная. Блин, вот... Яна Троянова, хочу познакомиться. Она не очень слепая. Очень крутая. Просто вот одно из лучших вообще событий. Я это... еще ну, это одно из немногих просто. интервью Дудя, которых я не целиком посмотрел, я целиком уже почти ничего не смотрю. Я смотрел несколько фрагментов, которые мне были интересны. Он такой, блин, она классная. А ты наш с ней разговор не смотрел? Тоже фрагментами. Короче, э, да, вот я иногда. Я к... разговор, иногда, когда смотреть. мне кажется, что моя жизнь какая-то скучная и однообразная, я вспоминаю, какие вообще в ней были встречи. И, э, и бесконечно факт, факт. Да, благодарна за все это. Ну, в, короче, и. И до интервью, и после у меня так болела голова. Я реально думала, что у меня уже инсульт произойдет какой-нибудь. Просто когда у вас болит голова до да тошноты. Э, настолько это было эмоциональным переживанием. И, конечно, мне супер приятно, когда Екатерина Михайловна пишет, что я хороший интервьюер. С этого буквально начинается ее пост. Она же к себе тоже выложила это интервью. И отдельно, так все говорят, что и, отдельно, и отдельно иронично, что это случилось как раз вот в зените обсуждения нашего разговора с Борисом Надеждином. Но я наконец-то ну, нашла для себя ответ, что ну, все-таки это были разные форматы. Одно дело, когда я беру большое серьезное интервью, а другое... Да и с надеждой нас... было все нормально. Нас, когда... Просто один человек не Здесь... увиливал Нихаменцева, а другой человек 15, увиливал 15, 15 минут, вот, Я оценю людей, которые могут типа, подпрессовать человека. И вы... А то будет как Такер Карлсон, скажите, вот ответьте на вопрос, тебе вместо ответа начинают какие-то охуительные истории рассказывать, а ты сидишь как бы и говно жрешь. Ну, как бы, зачем? А в каком году а, было? В тысяче... А, все, давайте продолжим. Да, да, да. Не, он такой, в как... какой-то век я потерял нить. Mm. Он прям, так реально говорит, я потерял нить, сука, не только ты. Мы mm -hmm. тоже потеряли нить давным-давно. В общем, да, все, кто пропустил интервью с Катериной Михайловной... Откуда у меня вот этот вот голос, когда mm -hmm. я что-то делаю? Я не понимаю. От От откуда это, он берется? Это... это мой юмористический голос как то да, наверное, получается. Да. Да. Такой А, знаешь, что еще я понял, какой прикол? Короче, когда мы с Хесусом достримили, он же стрим продолжил. И ему начали присылать, типа, ну, они делают клипы, то есть какие-то вырезки, когда я говорю какие-то вещи, которые можно вырезать из контекста и которые провокативные. Ну, типа, когда я пародирую Гиркина и такой, типа, Я хочу убить всех украинцев. Знаешь, типа вырезать. И знаешь, что я заметил? У меня стоит интересная защита от того, чтобы это вырезали из контекста. Знаешь, какая? Я супер меняю голос и манеру говорить. И поэтому становится очевидно, что это типа. Ну это ты... круто. Да, я обратил на это внимание, такой: Вау, Майкл, ничего себе! Майкл Накер! Второй подержал YouTube! Да-да-да, там натурально, там типа они присылают клипы, клип, и там видно, что, ну, издевательская интонация, мне вообще не похоже на да, то, как я то говорю, у меня какая-то встроенная защита такая. Так вот, для тех, кто вдруг все еще не посмотрел первый Шурман», друзья, там мы обсуждаем, как Екатерина Михайловна воспитывает своих детей, что она с ними смотрит, какой у них любимый э, досуг, что она любит готовить, как она относится к Марии Захаровой. Ну и, конечно, про российскую политику в 2024 году, про выборы, про устойчивость системы, про то, как Алексей Навальный будет разговаривать с теми, кто его посадил в тюрьму, когда, если mm -hmm. он будет на свободе. В общем, мне кажется, что хороший получился разговор с Екатериной Михайловной. Много есть интервью, но мне кажется, что мы это... В этом и прикол, не, что не ты под, раскрываешь... Не под копирку на стол. Да, что ты Гарик Аганесян, два человека, которые раскрывают здесь неожиданные страны. Гарик великий вообще. Да. Я так хочу, чтобы он приехал, чтобы мы с ним записали... Я, я тоже жду, все жду. Можно я отвечу на один вопрос Давай. в чате, я справедливый, на мой взгляд? Алекс Гизмов спрашивает: про обсуждение слухов это тот же Майкл, который обсуждал отставку Шойгу. Я понимаю природу вопроса, но на мой взгляд, кардинально разные вещи. Я обсуждал не отставку Шойгу, я обсуждал пропажу Шойгу. Был момент, в который Шойгу пропал ну, месяца на полтора-два, точно. И это был как раз факт: а то пропал он, умер, не умер, или просто сторонится это уже как раз было само обсуждение. То есть я обсуждал факт и анализировал его. Чувствуете разницу? Здесь нам говорили, что факт заключается в том, что все заложено больше не главком 29 января 2024 года. Чувствуете разницу? То есть факт который, я, факт, который я обсуждал, он реально случился. Ну, и он не мог не случиться, потому что я обсуждал то, что все наблюдают. Да? то есть отсутствие в публичном поле Шойгу. А, значит, соответственно, с заложенным тот факт, который нам со ссылкой на инсайдеров предоставили, фактом не являлся. Вот, на мой взгляд, ключевая разница. То есть я могу анализировать наблюдаемые явления, но я считаю неправильным анализировать сообщения каких-то других людей об инсайдах, которые мы уже теперь точно знаем, что неправда. Я надеюсь, я пояснил разницу не для того, чтобы там оправдаться, а для того, чтобы вы понимали мой подход к информации. Он вот так выглядит. Вы можете с ним быть согласны, может быть, не согласны, нет проблем. Но как бы вот он такой. Идем дальше. Евгений Леджиев продолжает. Сейчас подглядываю домашний стрим Катрикадзе и Детков всплыла тема прозрения, что Екатерина боится операции, у нее минус 10. Я поняла, что тоже боюсь. Вот всякого, что в глаз конечно даже Да, у меня тоже самое А какое у вас зрение? Носите или носили линзы, или боитесь? Спасибо и хорошего воскресенья Минус 2, минус 2, линз боюсь Операции тем более. Типа на этапе, когда говоришь, что там тебе засунут шприц в глаз. Я такой, до свидания, спасибо большое. Вот, типа, да, линзы меня тоже смущают ну то есть типа не, не даст собрать как-то я надевал ее линзу по-моему. я в тебе ну, выдавила да, эту линзу. да 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 вообще. И, как а, бы... линзы ношу причем начала я это с цветных линз Мне всю жизнь хотелось иметь голубые глаза Сейчас уже нет И да, мои первые линзы, которые я купила Я зашла в линзмастер на Новослободской И попросила себе голубые линзы И они выглядели еще ну, супер искусственно Сейчас линзы научились делать так, что не отличишь от настоящего цвета Но тогда, да, были первые линзы Я как-то неправильно их носила Но я все равно давилась и надевала Потому что мне очень хотелось это сделать с 14 лет у меня примерно начало портиться зрение, я долгое время ходила в одной линзе, я не знаю вообще, насколько это правильно. А, так что линзы со мной практически всю жизнь а, сознательно, во всяком случае. Ну и да, и в последнее время я все чаще думаю, надо операцией, потому что ну, невозможно жить с постоянным песком в глазах. И трехмесячные линзы у меня живут полторы недели, потому что ну, они не справляются а, с такой нагрузкой, глаз не справляется, и очки уже тоже тяжело носить. В общем, короче, я бы очень хотела сделать операцию, но если бы у меня была стопроцентная гарантия, что все будет супер, потому что, ну, как бы... Ну, там почти сто процентов. Да, ну... Можно попробовать под наркозом, наверное. Нет, нет, в смысле, что если вдруг что-то пойдет не да так. Да нет, я тебя умоляю. Ну, то есть, типа, такая, такая же вероятность, как и метеорит на голову упадет. Ну, короче, в общем... Вот я бы, наверное, задумался под наркозом ее делать. но меня в целом устраивает мое зрение, ну то есть типа, да, но не идеальный, да, я ношу очки, но ничего страшного. А, Юфитера пишет, просто привет вашей семье традиционно. Вот смотри, Спасибо, извини, за извини. Спасибо но Мерси пишет, Майкл, я делал операцию два года назад на оба глаза, на все э, вместе взято, ушло минут семь, садишься в кресло и тебе делают укол. Вот на этом моменте все, вы меня потеряли, до свидания. Как бы укол в глаз, конец. Истории не больше ну, нечего обсуждать нас с вами. <с То есть я готов обсуждать это только под общим наркозом. <с> <с> да, в общем. Юфитара, спасибо огромное. Ой, клонировать себя, чтобы с собой дружить, мне кажется, идея. Согласен, да. Ведь в дружбе отношения люди дополняют друг друга, они дублируют. Там, где у одного выпуклость, у другого должна быть выпуклость. Не факт, конечно, не знаю. Я о чем я подумала. Что в какой-то момент две Нино перестали бы друг с другом общаться, потому что у них сели социальные батарейки. я они не могут ответить друг другу сообщения. Да, 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 сто процентов. И они просто обмениваются тиктоками или рилсами в Инстаграме, но зато в Кринжовник, представляешь, сколько было бы вообще всего? В два раза больше было бы тиктоков в Не, были бы те же самые, по два раза было бы. Ну, не. Ты же, ну, ты бы не поменялся, у тебя лента бы ТикТока выстраивалась одинаковые, пришли бы тебе одинаковые TikTok. Все, ладно. Да, это смешно, конечно. Нет, бионические руки, дорогие друзья, вы не поняли. Чтобы поставить бионические руки, никто не будет делать мне укол в глаз. Укол в любое другое место за редким исключением, мягко скажем. Как бы нормально. Для бионических рук, ног и всего остального. Укол в глаз нет. Стоп! Стоп, брось, брось это. È, да. Идем дальше. Надо ускоряться, конечно. Полтора Я часа. Я против много... наркотиков полтора часа отвечает. А, мы до донатов еще не дошли? Все лот пишет. Добрый день, Нино, Майкл и подписчики. Посмотрел на неделю ваши интервью с Екатериной Шульман на канале «Популярная политика». Было интересно послушать. Есть моменты в интервью, которые действительно в последнее время актуальны. Спасибо. Спасибо Майкл, за новые видео. Приход нового главнокомандующего Украины на пост. Думаю, что перемены всегда к лучшему. Украине получится достичь всех необходимых целей. Интервью Такера Карлсона с обезумевшим дедом показало, как же сильно Путин накапал себе еще больше проблем. И теперь о его ограниченном представлении реальности будет понятно большему количеству людей. Желаю всем удачи, здоровья, хорошей наступающей рабочей недели. Отличное пожелание все. Вот спасибо огромное за добрые слова про интервью. Ну и Майку, конечно, я как один из самых постоянных зрителей. Смотрю да, она правда видео. смотрит все мои видео. Это вообще фантастика абсолютно. Да, и всего лучшего в Украине. Я желаю, чтобы вот это решение Зеленского сыграло стране на руку, чтобы да. оно, в общем, чтобы и ставка сыграла, и решение это сыграло, чтобы все получилось, потому что, конечно... Э... Ну, если, короче, сравнивать Залужного и Сырского, вот то, что я понял по описаниям, э, то я, наверное, ближе к Сырскому. Хотя мне больше нравится Залужный. Да. Вот, то, а что Сырский про него пишет, что это, типа, чувак, который вот все спланирует до мельчайших деталей, который не понебратствует с солдатами. То есть, типа, вот что Залужный, это прям батя, которого прям все любят, и он всех любит, как бы, и прочее, прочее. А Сырский нет, типа, он максимально холодный, максимально отстраненный, максимально соблюдает субординацию, mm -hmm. вот. Но при этом, что важно, и какой я отметил для себя фрагмент, что он дает тактическую, тактическую инициативу на местах офицеров. То есть, типа, нет такого, что он вот этой советской закалки, когда, типа, есть приказ, а больше ничего нет. Нет, он говорит, типа, вы можете принимать решения сами на уровне ну на уровне зоны своей ответственности вот ну опять же я ну тоже расстроен я тоже очень расстроен потому что действительно заложенный мне представляется прям очень круто но я понимаю природу этого решения точнее я попробовал ее понять и соответственно поделился своими вот, представлениями об этом в ролике я в любом случае надеюсь что все получится что все получится что Украина победит и победит минимальной, что называется, кровью. Потому что, конечно, потеря людей это единственное, что невосполнимо в этом мире. Вот поэтому удачи сырскому. Удачи новому руководству ВСУ. Удачи Украине и скорейшей победе. Это правда. Идем дальше. Юфитера пишет: Делала лазерную коррекцию зрения больше 10 лет назад. Уколов не было, просто капли в глаз. Да. Hmm. Маргарита Джей пишет Нино и Майкл Просто хотела поделиться. Родилась и выросла в Бильню. во время коронавируса одна с двумя детьми карабкалась из бытовых забот и лечилась от депрессии. Жесть. Ничего меня не радовало, и не интересовало, кроме пятничного ночного стрима, который смотрела в записи в субботу и как-то проживала тот день не так отчаянно. А потом, каким-то летним вечером, не помню, каким, и летом, либо вовсе, депрессии сильно ударила по памяти. В городе встретила вас, Нино на самокате, и так хорошо стало. Короче, у меня такое чувство, что вы вроде как рядом были, когда было очень тяжело и одиноко. Сейчас все нормально, выздоровела, живу просто человеческое спасибо. Большое молодец Маргарита, что выбрали, что преодолели, Большой вам респект. Мне прям мурашки. Да, да. Финя, спасибо вам огромное, Маргарита. Даже, честно, удивительно слышать, что как-то вот то, что мы делаем, иногда так много значит для людей. Это прям удивительно. Спасибо большое. Так, на этом с Патреоном все. Ууу! Круто, друзья. Ну, вы все еще можете присылать ваши вопросы, только мы теперь к ним вернемся уже ближе к концу эфира. Быстренько перебегаем в Digital Duck и попробуем ответить на вопрос оттуда. Пока напомню подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали, друзья. И, э, и это, и лайк поставить, если вдруг э, вы этого тоже не сделали по какой-то непонятной причине. Теперь идем дальше. 11 февраля. О, смотри, как много сообщений. Вика днем пропишет наша прекрасная, дорогая, любимая Вика. Привет, любимое семейство. Привет, Вика. У меня две просьбы и вопрос. Одна так. просьба к Майку. Обнимите, пожалуйста, за меня но Всегда готов. Она чудо. Спасибо. Нино, спасибо. Я получила такой заряд эмоций. Просто вау. В личку уже, кстати, зашла и посмотрела. До того, как увидела сообщение, дорогой Вопрос. Помню табличку Руслана. А чем? А слонян бредит, а бредит про сувалки? Да. Обнимаю. Сычка, мне так неудобно вести. Бывает. Мне меня зажались волосы. Слушайте, ну сколько можно про этот коридор говорить? Ну, с третьего месяца войны про него говорят. Сейчас уже кончается второй год. Но мы каждый раз по кругу будем это все. Ядерная война, Сувакский коридор и прочее. Ну, я не готов. Не вижу новой информации, которая бы свидетельствовала о том, что это стало вдруг возможным. Да. Uh, так что, да, надеюсь, что не будет ничего из-за из того, что предрекает Сергей uh, Степанович, по-моему. Uh, Мария пишет. Привет, ну и Майкл. Делюсь хорошим. На неделю в Тбилиси приезжала подруга, и мы отлично погуляли. Я пересматриваю офис. Теперь это чуть менее кринжово, но также прекрасно. А еще исполнила мечту. Наконец сыграла в ДНД. Dungeons and Dragons. Вы играли когда-нибудь или хотели бы? Песы, uh, бубочки, боб. Бубочки-буб мы обязательно сделаем А ты играл когда-нибудь в Dungeon да. and Dragons? Что скажешь? Ну кайф, кайф, если хорошая пати, если хороший гейммастер Это очень круто, отличное времяпрепровождение У меня, к сожалению, никогда не было времени столько, чтобы играть э, И чтобы собираться А сейчас ты подавно, я думаю, невозможно собраться Когда все уже по 30-летние, блин, у всех семьи и все прочее Вот э, А так это кайф, кайф, супер кайф <свес> Я не играла никогда, смотрела только на чикен карри, по-моему, да, они же в этой игре. Да, под Да, но у них очень короткие сессии, то есть обычно партия в ДНД может длиться там месяц-два, вот когда вы собираетесь прям часто, то есть а они просто делают маленькие очень приключения, вот <свес> как раз под такой формат. Я однажды была на дне рождения, <свес> где разыгрывалась ролевая какая-то игра. Ты Что была это медсестрой? Было... Нет, я была этим. Господи, как это зовут? Я была... Блин, как же его зовут? <связать> ну, дай какие-нибудь подсказки. Блин, сейчас... Я тебе скажу, сказал, назови мне какой-нибудь Злой персонаж, дед на На S. С. Это просто очень похоже на вот это, поэтому... <связать> Савонарола во я была. А, господи. Вот, но мне было так сложно войти в эту роль, я просто, типа, ходила. Ну, это не ДНД, это, я не знаю, университетный что... театр у вас там был, наверное. Короче, да. В общем, я была каким-то злым э, персонажем. Вот я сейчас открыла Википедию, и, ну, не совсем, конечно. У меня там был злой персонаж, у меня не получилось войти в роль, тем более я не знала всех людей там, и я с тех пор такая, ну как я буду играть типа, подземелье и дракона»? это, это же не подземелье и дракуны, это, 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 это знает, ты да. там сам создаешь своего персонажа, он не какой-то закрепленный исторический. Короче, мне иногда сложно. Ты сам прописываешь Слож... силу, кем ты расу нравится. выбираешь. Я и в Махе очень выбираю. плохо играю, потому что я такая, скажу, ну это же неправда, <laughs> я же не этот человек. Поэтому не знаю, может быть, когда-нибудь я сыграю, и мне будет супер круто, но пока такого в моей жизни не было. Да и не будет, ну, в нашем возрасте нет людей столько времени. Антон пишет: Привет, Нино и Майкл хотел повозмущаться по поводу Давайте. поддержки надежды на россиянами и забил. Посмотрел ваш первый семейный стрим после свадьбы в 2021 году. Отдохнул душой. Спасибо вам за поддержку. Да, вот это правильный подход. Слушайте, я. Спасибо большое. Спасибо вам большое, да. Во-первых, во-вторых, я уже довольно долгое время, типа. Вот даже когда у меня возникает какое-то возмущение по поводу какой-то прям хуйни, я такой, а это влияет на что-то? Типа, и там развилка, да нет. Ну и как бы если нет, я такой, ты. Ебур". Ну да. А -а -а, спасибо большое. Кстати, я как-то тоже заходила на наш семейный стрим. Какой же я там ребенок, конечно. Маленький. И просто Алёсе. такой, чего ли, Алёсень, чего? Ладно, идем. Хотя же ребенок, мне там 26, блин. Да, да. Геннадий Мандаринкин пишет: Здравствуйте. Мандаринки если почему это смешно? Считаете ли вы вызовом для Европы исламизацию? Нет. Как видно, исходя из пропалестинских протестов, вопросов свободы слова и так далее, в Европе действительно растет число людей, не разделяющих ценности свободы личности и прогресса. Как вы считаете, это может стать проблемой для развитого мира? Я не считаю, что ислам отличается от других религий, по большому счету. Все религии патерналистские, все религии иррациональные и все религии склонны к подчинению. Вопрос в том, в какой форме эта религия представлена, если есть у вас проблема с фундаменталистами, она, скорее всего, берет свои корни в недостаточной ассимиляции людей, которые к вам, соответственно, в общество э попадают. Вот. А, собственно, про, палестинские протесты от из, из, людей, из мусульман, э собственно, добавляются протестами вообще не мусульманов. Не мусульман, а там, не знаю, какую-нибудь просвещенную гарвардской элиты. Вот. Поэтому проблема здесь не в религии. Здесь проблема немножко в другом восприятии, поэтому нет. Я не считаю исламизацию проблемой. Ислам, как молодая религия, традиционно, активно, так сказать, распространяется, и через это проходило и христианство, и что только нет. Вот. Я в целом против всех религий, и я бы предпочел мир, в котором нет религии, или в котором люди от них отказываются. И она... ну, постепенно этот процесс происходит, что даже религиозные люди, религиозные общества, они как бы э, все меньше склонны к догмам, они их трансформируют, вот, и все дальше уходят от фундаментализма. В чате Мандаринка пишет. М -м -м, Геннадий Мандаринки. Извините. Вот, поэтому нет, я не думаю, что... У Европы до хрена вызовов, я не думаю, что это один из них. Ассимиляция, да, людей, то есть, типа, люди, которые приезжают из стран с довольно э, фундаменталистскими представлениями или с довольно там, специфическими порядками, то да, ассимиляция – проблема. Но тоже такая. Она, видите, уже шла на второй план. То есть раньше это была прям проблема-проблема, лет 7-8 назад, когда был поток сирийских беженцев. Сейчас как будто уже как бы, не основная проблема. Василек пишет. Привет, Нино и Майкл. А я присоединяюсь к ответу Майкл. Не готова уже... Не слож... готова говорить. Сложные длинные конструкции. Василек пишет. Привет, Нино и Майкл. Надеюсь, ваша неделя прошла плодотворно и получился отдохнуть в выходные. Плохо у нас знаете. Неделя прошла в куче стресса, работы, усталости. Выходные. Вчера что? Ну, вчера я немножко отдохнул, кстати. Рад за тебя. Я хотел немножко отдохнуть, но мне написал Хесс и сказал... Пойдем проверим камеру. Потом оказалось, что стрим не сегодня, в воскресенье, а вчера. Поэтому, как бы, отдохнуть не вышло. Вопрос на отстраненную тему. Смотрите ли вы стендап-комедию, посещаете ли чьи-либо выступления? Может, порекомендуете кого-нибудь? И я готова сказать сразу. Давай. Uh, я была на трех концертах, uh, причем на стендап я ходила. Только здесь, в Вильнюсе. И это был Идрак. Прекрасный, злой, ядовитый, такой на подумать. Очень понравился мне Идрак. Гарик просто феерия, просто какой-то фонтан. Он очень легкий, при этом тоже многослойный. У него сложные, но очень прикольные шутки стопроцентная рекомендация. И Саша Долгополов, который сейчас Саша Кападья, я ходила на ее выступление, и э, там это скорее уже немножко искусство, чем такой прямо стендап про жизнь и про быт. И, в общем, вот все три комика очень, и два комика и комикеса очень вам советую их выступлений, если вдруг Гарик, Ген... Венесян и Драк или Саша будут у вас в городе, то обязательно обязательно ходите. А ты что скажешь? Я хорошо отношусь к стендапу. Я вообще не понимаю, как можно плохо относиться к какому нибудь конкретному жанру. То есть, типа, бывают хорошие штуки, бывают не очень. Вот, я хорошо отношусь к стендапу, опять же, присоединяюсь к Нино, мне и Гарик понравился, и Драк понравился, и Саша понравился. Вот. Мы еще с тобой на пикули ходили, но это не совсем стендап, это запись, запись шоу было, да. Вот, типа класс, прикол, весело. Вот. Молочный подсвинок пишет. Здравствуйте. Вопросик о стоимости жизни в Литве. Есть основания для получения виз и ВНЖ. Работать предстоит как ИП, соответственно, платить налоги. Какая сумма является адекватной для того, чтобы два человека могли жить более-менее комфортно, чтобы хоть что-то оставалось в конце месяца? Спасибо. Зависит от ваших потребностей. Да, зависит ну, от как того, как что такое более-менее комфортное Да. Жизнь. То есть, условно, если вы привыкли ездить на такси, то тут средний такси да. средняя на такси Европе. да 4 там 5 евро да. допустим общественный транспорт стоит гораздо дешевле вот как минимум прикиньте например по этой мерке если да. вам надо будет выходить зависит от квартиры что вы снимаете в какой метраж сейчас... сколько потребляете да, латыни, сейчас да ценность ценности сейчас цены на недвижимость ниже чем когда мы переезжали поэтому опять же зависит от того вам важно жить в красивом историческом центре или вы готовы жить в обычном такому урбанистическом городском месте или вы хотите какое-нибудь новое пространство где э, такой легкий вайп флаконы или там не знаю музеоны или чего-нибудь такого от этого зависит цена конечно же ну условно берите там, допустим тысячу евро за квартиру плюс коммуналка какая-нибудь или там тысяча стол плюс коммуналка. Посчитайте, это плюс такси, плюс еда. Ну, есть магазины подешевле, условный Лидл или тот же Remy, есть подороже. Ики, кстати, представляешь, Ики самый дорогой из всех этих Ого, магазинов. Неожиданно. И тоже там. Чисто ради эксперимента советую вам, например, поменять геопозицию в приложении для доставки, вольт, допустим, или mm -hmm. Чтобы собрать себе корзину продуктовую, посмотреть, сколько у вас это стоит. Ну да. да поэтому нормально. да. В общем, Все это... супер индивидуально. только вы можете это посчитать. Японская леса пишет. Сообщение в двух, точнее, донатов в двух сообщениях. Привет, дорогие, Майкл Нино, влюбилась в человека. Выяснилось, что не просто ватный про путинский, но еще и сталинист. Думала, можно просто не говорить про это, не получилось. Расстались не только из-за этого, из-за того, что я почувствовала неуважение и ушла. Но чертова любовь никуда не уходит. Вопрос, как так возможно любить того, кто абсолютно тебе не близок по взглядам? Еще и меня пытался переделать. Лаврову мне присылал рука-лицо. И как раз и как разлюбить, если головой все понимаешь, что не получается пока. Спасибо вам. Ты был какой-нибудь такой... Нет, для меня человек это, не знаю, не тело, не что-то, а в первую очередь его мозг. И как бы я не представляю... Ну, знаешь, есть буквально люди, которые такой, о, симпатичный человек. Человек открывает и такой, а, пока. Удачи. Вот, поэтому я не могу себя представить на этом месте. У меня нет ни друзей, ни, там, я не знаю, ни, ни жены, которые бы выступали за какое-то людоедство или прочее, потому что для меня в первую очередь идет личность, а во вторую, третью, пятую и все остальное. Вот, поэтому, к сожалению, не смогу ничего сказать. Я могу вам дать такой совет, даже целых два, наверное. Это не универсальный рецепт, и я отдельно вообще от того, что я сейчас скажу, желаю вам... Поскорее исцелиться, и поскорее вернуться к себе, и поскорее вернуть себе спокойствие, потому что, конечно, это очень тяжелое время, когда заканчиваются отношения, когда разбивается сердце. Во-первых, разрешите себе отгоревать то, что не случилось. Вот то будущее, которого у вас не сложилось с этим человеком, это очень похоже будет на процесс проживания потери и горя, потому что... Ну, Считайте, какое-то будущее, которое у вас должно было случиться, не случилось, не появилось. Это этого будущего нет. Это вот как очень похоже на процесс смерти. Ну то есть что-то из твоей жизни уходит навсегда. И как и любой похожий процесс, он требует похожей реакции, реакции, гревания, переживания, время, когда вы плачете, когда вы себя жалеете, когда вы обнимаете колени, не знаю, лежите в темноте или там набираете себе ванну mm -hmm, раз okay. в четыре 4 раза четыре за 1. Так это нормально. Разве нет? Я не согласен. Нет, поэтому Я не согласен. это то, что нужно сделать обязательно. Просто принять, что вот эта любовь умерла, она не случилась, и как-то ее отпустить. Плюс еще каждый раз, когда не знаешь, что делать с чем-то или с кем-то, попробуй заняться собой. Если вдруг вы не в терапии, я очень вам советую прийти в терапию, которая вам поможет объяснить феномен вот этого крючка, которым вы зацепили за человека, который противоречит полностью всем вашим представлениям. Видимо, какой-то триггер был, видимо, что это сработало. Есть люди, которые патологически тянутся к тем, кто их не уважает или кто приносит им только разочарование и, и горе, и печаль. И у этого тоже есть объяснение, как так получается и научиться выбирать людей, которые приносят тебе добро, пользу, любовь и заботу, это отдельный очень серьезный навык, и ему надо учиться, ему надо учиться, если вдруг так получилось, что э, ваше раннее детство или ваше подростковое, э, ваш подростковый период был э, случился в обстановке постоянного преодоления, постоянных споров, постоянного какого-то унижения и так далее. А так я от всей души вам сочувствую, правда. Это ужасно, тяжело, но я уверена, что вы вынесете. Что можно вынести? Опыт? Из этой ситуации. И Вы вынесете с... его с ноги и как бы и станете... полюбите нормального человека и создадите счастливую семью. И что-то поймете про себя, и что-то себе. Я не знаю, это попробуйте это... смоделировать, а представьте, что человек воспитывает ваших детей. Типа, вот, мне кажется, ужас от этой картины как-то должен перебить все какие-то физиологические, химические реакции в вашем мозгу. Как будто. Ну, я не знаю, но мне сложно, видите, я, потому что человек немножко другого склада. Ну да. Вот. Антон пишет: Привет еще раз. По поводу персонажа Карлсона. Вообще-то негативный, изначально в первоисточнике задумайтесь, взрослый мужик похищает ребенка при помощи сладости. Не, стопудов, стопудов. И бегает с ним по крышам, когда начинаются проблемы сваливать. Кстати, я никогда не любила Карлсона. Меня вот ровно это всегда и беспокоил, во-первых, вот этот брошенный малыш никому не нужный, который придумывает себе. Э ну да, круга, там же, там же много чего еще есть. Это во да. мне всегда как-то Причем Карлсон, он в оригинале, он не очень любимый персонаж. Он yeah. в основном в России любимый, потому что он в оригинале еще хуже. Yeah. Ну, то есть хуже. Он прям там совсем конченый мудак. Ну вот и поэтому мы были как раз в Стокгольме и там вот только русские покупают, значит какие-то его фигурки и все прочее. И я очень бо... я в детстве не любила Карлс, бо... ну слушайте, я... мое отношение к советским мультикам уже для кого не секрет, если это вызывало. он довольно там вся магия в актере озвучки, конечно. Да, который просто ну потрясающе сделал там я не знаю, вот как из довольно отвратительного персонажа. М -м -м, Багров сделал прям вот народного мстителя и героя, да, так и персонаж озвучки Карлсона сделал прям вот такого как вот невероятного харизматичного э персонажа. Да, поэтому я да. тоже очень боялась всегда, и ну. меня это всегда отталкивало и пугало. Она ним пишет: Майкл, почему на Эхе было развито хамство в отношении гостей? В 90% случаев с Валерией Ильиничной Новодворской говорили, хамоватый, порой глуповатый, батница девочки с журфака. Тоже зритель э, может подметить в вашей манере вести статус емши. Чего? Максим Курников в рот заглядывает, а вы нередко хамили. Ну, это. Хуйня, простите. Я типа, про, про других ведущих ничего не могу сказать, а про меня и Екатерину Михайловну просто хуйня, поэтому я не могу, к сожалению, это откомментировать никаким образом. А, я не слушал Валерию Ильиники. Вы единственный в мире человек, который, мне попадала. кажется, так, так это воспринимает. А что касается э, Майкла и Екатерины Михайловны. Вы не поверите, но относительно недавно я начала пересматривать статусы. Мне как-то забросило это дело. Контекст, да, и вообще с вами. Я причем я нашла самый первый выпуск. Самый-самый-самый-самый mm. первый выпуск. Поэтому а, она не вам что-то совершенно точно привиделось. Привиделся, Они... привиделось, бывает. Дмитрий пишет: привет, не но. И Майкл, привет чатикам All Together и патрон чату. Ого, подумал, что было бы очень грамотно поставить Залужного на новый пост в беспилотные войска. Ну, кстати. Как раз только что была программная статья Залужного. Сырский создает эти войска, как будто всем пойдет на благо. Хорошего завершения. Ну, проблема с Залужным, что он слишком автономен, что как бы он все на уме, насколько я понимаю проблематику, и что он ну, как бы, не готов выполнять приказы и прочее. Вот. Что, на мой взгляд, было довольно неплохо, и правильно, потому что это здорово, когда в армии, ну, когда в целом в системе управления государства есть человек, который отвечает за политические вопросы, а есть которые за военные. И как бы тот, который за военные, он как бы самостоятельный. Мне кажется, это классно и здорово. Но вот на данном этапе войны, очевидно, Зеленскому показался иначе. Вот, поэтому я не думаю, что Залужный по -по -по получит какой-то руководящий пост ровно, потому что проблема вряд ли куда-то денется. Вот, то есть он получит какой-то пост, который будет автономен от э, системы. Ну, то есть, где, где можно, что называется, с точки зрения системы своевольничать. Вот. Прости, я улыбнулась, но улыбнулась, потому что прочитала так. в телеграм-канале Агентства небольшой пересказ материала Wall Street Journal, который объяснил, зачем Кремлю нужны теории профессора Соловья о болезнях, смертях и двойниках Путина. Блин, интересно. Американская газета Wall Street Journal опубликовала большую статью про профессора Валерия Соловья, который объясняет, как его прогнозы могут быть выгодны Кремлю. Так. Экспертами в материале выступили экс-советник Джорджа буш младшего по России Томас Грэм и занимавший аналогичную должность в правительстве Джо Байдена Эрик Грин. По мнению экспертов, Соловей может использоваться Кремлем для того, чтобы заполнить информационный вакуум вокруг Путина сомнительной информацией, создавать ложные ощущение, что правитель, ставший серьезной проблемой для Запада, скоро умрет и дискредитировать оставшиеся независимые СМИ. Ага. Детали. Когда вышло интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным, профессор Соловей сообщил, что американский журналист беседовал с двойником, который теперь будет выдаваться миллионам жителей планеты из реального Путина. Путин мертв, необратимо мертв, он больше не воскреснет, он останется в морозилке, заявил Соловей в начале этой недели. Впервые о смерти российского президента он сообщил в прошлом году и с тех пор продолжает настаивать, что его тело лежит в морозильной камере. Заявление Славей часть онлайн-фабрики слухов о здоровье Путина, ставшей более заметной на фоне конфронтации России с Западом. Поисковые запросы о здоровье Путина – следствие распространения таких слухов. В 2020 году в Google был популярен запрос «Путин Паркинсон», в 2022-м – «Рак Путина». А в прошлом году запрос «Двойник Путина» оставался в топе в течение всей осени. Заявление Соловья и публикация. Это все. Ты все прям будешь читать? Связ... Сейчас последний, давай. Связанного с ним телеграм канал генерал СВР о состоянии здоровья Путина активно перепечатывали западные таблоиды. Это сбивало с толку высокопоставленных чиновников, пишет Wall Street Journal. Дело дошло даже до того, что главе ЦРУ Уильяму Бернсу в июле 2022 -го года пришлось публично опровергнуть эти слухи, заявив, что Путин слишком здоров. Но там есть еще 4 пункта, но, может быть, мы к ним как-нибудь потом. Я вернемся. посмотрю, пока не убедительно, честно говоря. Да, ну интересно. Я не понимаю выгоду Кремля в этом всем. Интересно. А, тем временем, ты не поверишь, но мы и надо сказать, что Валерий Славей, конечно же, себя прям похоронил вот этой штукой. Ну, типа, все больше его не цитируют не западные издания, ну вот кроме этой публикации. ни, ни российские даже его перестали звать э, везде. И, ну, как бы, даже те люди, которые мне писали, типа, Майкл, а вдруг вот генерал Сверославий правый, я говорил, давайте с вами через два месяца поговорим, и как бы, ну, сейчас даже люди, которые, их скорее не вдохновились, они сейчас, ну, понятно, типа, и потеряли прям любое доверие к Валерию Дмитриевичу. Как будто бы. Ну, у меня такое складывается впечатление. Не знаю, может быть, неправильно оно складывается. Кстати, на этом канале есть интервью с Валерием Словом. Да-да-да. Если вдруг не вы не смотрели. Да. Уже это да, была, не конечно, писали. большая ставка. Вот, но... Я как раз обсуждал недавно, что вот там короче, Бильджи выпустил целую заменку про то, что у Путина во время интервью с Карлсом нога что-то дернулась, И на Бильде прям целая заменка. Типа, ебать, у него дернулась нога, это значит... Там он... было, знаешь, как у него как будто нога зависла, и он и себе рукой ее поправил. Да-да. А, вот, но я как раз обсуждал с одним человеком, что, слушай, прикинь бы, Валерий Дмитриевич мог бы прям везде прям про это рассказывать и говорить, что вот видите, Путин болен. Но он уже не может, потому что Путин уже умер. А рассказывать, что у двойника те же болезни, что у Путина, мне кажется, ну, он, козу, потому, что это очень хорошо довольно, да. довольно проблематично. Ну, то есть он буквально отрезал все возможности там такого. То есть, это знаете, как иногда бывает, когда ты делаешь слишком большую ставку и отрезаешься дальнейшие пути, вот, ну и ставка не играет, потому что она не может сыграть. Ну, не знаю, это мое такое мнение, будь здоровое. Спасибо Но целая статья Wall Street Journal про себя Это тоже показатель успеха Так, мы переходим в суперчат Поэтому, друзья из чата Готовность Примерно 5 минут Алекс Терещук пишет Как думаете, будет ли РФ Перенимать практику власти Беларуси И проводить какие-то репрессии в отношении людей Которые ставили подписи за надеждой? Нет, это не нужно И геморно у меня нет надежден не был кандидатом, которого, значит, не знаю, который пошел откровенно против власти. Надежден был просто легитимным антивоенным кандидатом. Вот и более того, 200 тысяч – это очень много людей. На основании чего их репрессировать? Зачем их злить? То есть это, слушайте, в Беларуси люди, которые это делали, они потом пошли и реально протестовали на улицах, выходили и прочее. Люди, которые ставили подписи за Надеждина, это аудитория, которая не готова ни на какое рискованное действие. Это люди, которые готовы существовать исключительно в легальном поле, которые не готовы рисковать ничем, что есть у них в жизни. Поэтому, если вы их начинаете репрессировать в том или ином виде, то вы, наоборот, провоцируете их на какое-либо действие. Поэтому Кремль этого делать не будет, не имеет для этого возможностей и оснований. Поэтому я, типа, вот со всей уверенностью вам заявляю, что нет, это не нужно, невозможно и не произойдет. Можете а... ли вы мне сказать, ну, российская власть непредсказуема, Путин ебнутый, можете? Зачем вы тогда задаете вопрос о моем мнении? Непонятно. Ну, ладно. Ну, я не могу ответить, у меня нет компетенции достаточно, чтобы Нет, вы... ты можешь что сказать свое мнение. Ничего страшного, мы же мне не Я мнение. не знаю, я нахожусь в той ситуации, когда мне вообще все кажется возможным и невозможным одновременно. Ну. Захотят, сделают, не захотят, не сделают. Ну, Поэтому... Это не мнение. Это гло... глобально. Это фатализм. Это да, глобально, да, как бы, да. принятие. Не знаю. Мне кажется, что это просто усложнит ситуацию. Пока эти 200 тысяч просто вышли и поставили подпись, то их действительно лучше не злить. Мало ли что там будет. Поэтому лишний раз, опять же, в масштабах всей страны это не то чтобы прямо какая-то нависшая угроза, с которой необходимо быстро что-то сделать. Да right? нет, это бессмысленно абсолютно. Нико uh, пишет, не, но ваши любимые цветы и какого цвета? Uh, я вопрос. люблю пионы. Uh, здесь. Потому что uh... они почти шпионы. <свят> uh, но ну, я люблю, знаешь, какие пионы? Я как-то покупала весной и летом, когда они были. Они как-то в огромные цветы раскрываются, такого темно-бордового цвета. Они Я, кстати, такие... начал понимать, почему у нас цветы плохо стоят. Сумасшедшие красивые. Почему? Мы им воду не меняем. Я меняю. Да? Да. Да, ну, да. Я сейчас выливал, например, когда вчера или позавчера. Там жесть что с водой вообще. А там есть. просто очень, если чем дольше стоит букет, тем ага. больше у него а. такие стебелечки уже Понял. размягченные. Ну, окей, тогда осталась. буду думать дальше. Uh, люблю маленькие кустовые розочки. Uh, я не люблю рыжие цветы, не очень люблю желтые цветы. Люблю белые, розовые, красные. Uh, Желтые исключение только нарцисса, они очень вкусно пахнут. А, наверное, вот так. Я не то чтобы прям какой-то ботаник, но, в общем, да. пионы, кустовые розочки. Большие розы не красивые, но они слишком громоздкие. белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Любишь? Что с ними сделала? Снегоморозы, лед, витрин, голубых. А дальше Лишь на несколько дней. Рената Слатвинска присылает нам. Что-то это безумие. <с очень плохая обложка, кстати. Там хороших не бывает. Рената Слатвинска прислала нам грушу, которая что-то празднует. У нее дуть девочка, и она танцует. Очень круто. Еще колпачок праздничный. Спасибо большое, Рената. Если у вас какой-нибудь праздник, то мы с этим поздравляем. Наши замечательные, прекрасные. Лена Фортье. Здравствуйте, Лена пишет, а можно я тоже буду вашим домашним американистом? Карлсон, ребята, это подарок Трампу Путину. Трамп готовит свою базу к поддержке Путина, и Трамп уже исполняет просьбу о невооружении Украины. Ну, если это скорее подарок тогда наоборот. Да. Но как бы сыграл он не в то гору. Просто я не очень понимаю, если в начале, точнее, в начале да, президентского срока Трампа ему пришлось резко менять курс, да. то кто ему сейчас позволит быть союзником, согласен, да. союзником Путина еще Нет. и в открытии. Кремль в очередной раз может сильно, сильно пожалеть о своих надеждах на Трампа. Но, кстати, Кремль это понимает. Поэтому да. многие как раз кремлевские официальные лица, они говорят, что мы на Трампа-то не особо не, не рассчитываем. Вот, но с Трампом другая проблема, он непредсказуем, он постоянно меняет свои действия, он постоянно уже и меняет свои действия, и в этом проблема. Проблема в предсказуемости, а как раз Запад он построен на в целом предсказуемости, предсказуемости угроз, предсказуемости исполнения обязательств и всего остального. И вот как раз в этом смысле Трамп большая угроза. Вот, ну, блядь, никто бы не был бы такой поддержки у Трампа, если бы, ну, не был, бы, конечно, Байден. ну да, ну вот знаешь, даже я, зная при всех минусах Трампа Типа, я подумаю, за кого голосовать. Ну, правда. Ну, типа, я вот смотрю на Байдена, еще 4 года, типа, в самый турбулентный период в истории Запада, я не уверен. Я не знаю, что типа, единственный шанс, что, извините, опять же, за кромольные мысли, да, но что Байдена избирают, там, и он, мягко скажем, отходит от дел, и какой-нибудь его вице-президент становится. А кто у него будет вице президент там, Я не знаю, с кем он пойдет. Опять таки ну, вот, Я не знаю. Вот. Потому что команда у Байдена отличная Более того, текст, который пишет Байден Или ему пишет, мне тоже нравится И с точки зрения обращения, и с точки зрения текста А ну, если блин. Трампа Как это правильно? Лишать возможности А нельзя лишить возможности Даже если тебя сажают, ты все равно можешь избираться ну как, ему уже отказали в участии в предвыборной кампании. Да, но там уже почти отменено это решение. Там нет шансов, что ему... Я вчера, кажется, когда это говорила, в конкретном штате. Я вчера, когда говорила с Сашей, шанс да. небольшой есть. Небольшой, ну вот как надежда на Просто это удивительно, как мы оказались в ситуации, когда любой кандидат, кроме Трампа, совершенно точно выносил Байдена, а да, только наоборот. Байден может вынести Трампа. Так я думаю наоборот. Типа просто, ну, демократы не будут рисковать. Не, не, я к тому, что... Он Мишель Обаму сейчас номинирует. Теперь она порвет вообще Трампа. Нет, я к тому, что в конфигурации Байден-Трамп, точнее, никто... Хотя, ты думаешь, что любой демократ вынес бы Трампа? Легко вообще. Ну, не знаю. Ну, я, правда, знаю много людей, которые поддерживают демократическую партию, всегда голосуют за демократический кандидат, но которые смотрят на Байдена и такие, ну, ребят... Мы за Трампа. Ну, за они не говорят, мы ну, за Трампа, они проголосуют за, за Байдена, Иванович. конечно. Слушай, ну это все сложнее игнорировать. Ну правда, ну когда уже Миньюз США говорит, ребята, у него проблемы с памятью. И ну, он говорит, он... у меня прекрасная память. Ну, это неправда. Ну, это неправда. Называйте меня Маргарита Симоньян, правда? Ну, слушайте, давайте смотреть. Забыл, что у него проблемы с памятью, я понял, да. Хорошо, нормально. Вот, я и смех так и грех, как конечно. Же, как же вторая не сейчас был просто да, ухахатывать. Да, да, это, правда смешно. Нет, правда, это прям, ну... Причем это происходит в кризисный момент в истории человечества, в истории современной западной цивилизации. Кризисный момент сейчас. А у нас два претендента на пост президента Соединенных Штатов, Биба и Боба вообще. Что с этим делать, я не понимаю. Я не понимаю. Ну, правда, это чудовищная ситуация. Я надеюсь, я не знаю, завтра камень на Трампа упадет, вместо него Ники Хейли будет да. номинироваться. Я за нее вообще проголосую, всех сагитирую тоже голосовать. Да. Шана она вот прям мой республиканец. Типа, ну, прям мой. Я прям подписываюсь вообще под почти каждым словом. Ты знаешь. Но этого не будет. Этого не будет, и будет Байден и Трамп. Я, блин, ну это пиздец. Нет. Ну, ты же наш сибирский вообще. Ну, я не понимаю. Не понимаешь, что с этим делать, правда? Я надеялся, что американские институты будут выше всех этих внутрипартийных игр. Оказалось, что нет. Я был сильно. Мне долели 5000 на стриме. Это здорово. В ноябре и в декабре, типа, я говорил, что я верю, что американская система как бы выше всего этого говна, и как бы помощь будет выделена. Сейчас я не верю в это. Это мое самое большое разочарование, наверное, в Америке за всю историю моей жизни, что оказалось, что кучка там э, совершенно, абсолютно отбитых людей, возглавляемая самым отбитым из них, она реально может, ну просто разрушить американскую систему и вообще миропорядок, потому что вот эта задержка помощи Украины, она вот такая доминошка, которая все обваливает, понимаете? я смотрю на это с ужасом. Ну, я смотрю на это, правда, с ужасом, и я не вижу сейчас возможности, в котором помощь Украине будет предоставлена с американской стороны. Это жопа полная. Полная жопа. Едем дальше? Едем. Переходим, наконец-то, к чату, друзья. Все, кто хотел прислать вопросы, вот сейчас отличное время, тем более у нас осталось, кстати, у нас много времени осталось. Я, кстати, не могу выдвигаться в президент США, я родился не в Америке. Имейте в виду. Увы, ну что, как будто панорама, наверное. Вики, Вики Литл пишет: Спасибо за безусловную поддержку Украины без паузы, выходных и без идеализации нас. Недавно ночью проснулась от взрыва недалеко почти слетела с кровати, но окна целые все мои живы. слова Украине. Героям слава, ужас. Героям какой слава. Ну я просто не понимаю, почему люди забывают про это. Ну, то есть, типа, война никогда не делалась, наоборот, она стала еще страшнее. И как бы люди такие начинают обсуждать, а что там, кого как называть в интернете, еще что-нибудь. Да вы поехавшие, что ли, все. Ну, то есть, натурально каждый день, типа, уби... российские ракеты убивают людей. А мы тут обсуждаем, можно ли подпись с Борисом Надеждой оставить. Майя пишет. В детстве так глубоко не копаешь. Альта Просто симпатично, <связано> не скучно друг, да еще и летает. Ого. Про Карлсона. Да. Ну, наверное, наверное. <связано> Да, нет, слушайте, ну как, ну нет. Из он пишет: А почему не похоронили? Славе ответит. А я, кстати, его спрашивала. Я как-то его спрашивала. Я, я его я, я спросила, а почему бы не вынести Путина под шумок ночью? Это же наоборот, говорю, пока есть тело, это как бы самая ну, главная улика. улика. Да. Ну, что-то как-то это. Чтобы двойник не захватил власти, чтобы можно было доказать, что он, на самом деле Путин мертв. Я думаю, что не такое на ведет. Я бы это ответила. Кто помнит этот эфир, друзья? Может быть, вы нам пришлете mm -hmm. ответ профессора а, антипутинский фонд пишет видели советскую киноху звезда пленительного счастья про декабристов так вот там ваш любимый ливанов играл царя николая палкина ну, ладно. А мне «Фрэкенбок» очень нравилась в озвучке «Фрэкенбок» прикольная, ракетика. да. Она меня тоже пугала. Господи, меня все эти мультики пугали. Да усрачки. Вообще ты хейтер, ты И я более антисоветчик. того, советчик всегда русофоб. У меня сейчас, русофок, у меня знаешь, сейчас внезапно разблокировалось воспоминание так, так, так. в школе, в начальных классах. Так, вместо киндеров, когда уже появились эти скрепные да. русские петрушки. Да. Ну, так Петрушка, называют, да, по-моему, да. была там была серия с Карлсоном. Кайф. Я, конечно, рассчитывала на малыша или хотя бы на собачку. Она и Карлсон. мне попалась фрекен Бок. Кайф. И это было ужасно. Я ее боялась, она мне не нравилась, я не... А с ну, есть... или без? я не помню, я не помню без. Она была без. Она, по-моему, типа была такая, знаешь, фигурка, ну непропорциональная, как она не mm. в мультике. И это было так грустно, ну типа просто вот персонаж, который тебе не нравится, который <связан> тебя пугает, и он еще вот материализовался и оказался у тебя на паре. Это как ты покупаешь киндер с серии политологов и думаешь, блин, вот бы Екатерина Шуна. <связан> да, вот, да, 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 да. Открываешь, а там Андрей Перцев. <связан> Не знаю, короче, да. <связан> Слава богу, Шушкевич не дожил до этого позора, пишет Швейк. <связан> Кстати, да, послушал бы про себя в интервью Такера Карлсона. А, так, Статус ЕЭШ и Майклом был крут, пишет Екатерина Наприенко. Ну, кстати, я согласна. Ну, там Екатерина Михайловна в основном а... солировала, так что. Тогл Волк пишет. Мне кажется, или был фильм, в котором Карлсон жертва секретных военных медицинских экспериментов? Что-то был какой-то, не то чтобы фильм, по-моему, а что-то какой-то прикол. Ну, я не помню. Не, не, поручусь. Я тоже не помню. Я знаю, что про Винни-Пуху какой-то сейчас ужастик делал, потому что на винни закончились права. А, а ой, вот, я, да. я видела видос, где мужик сидит в, у себя в машине и записывает видео, рассказывает, как там, не знаю, короче, как он довел до истерики всю свою семью, потому что он сказал, давайте мы будем, э, давайте мы посмотрим фильм про Винни-Пуха, и случайно включил этот ужастик. Типа, а, он через, вышел уже? Нет, через 10 нет, нет. минут дети в слезах, в да, панике, да, в ужасе абсолютно. прикол. Там что-то с ним пытались что судиться, по-моему, сказал, ничего не знаю, права кончились, они теперь свободны. да. Они свободны. Не. Швейк пишет. Карлсон отвлёк внимание от Надежды? но, но обсудили это уже. Ну, в смысле, угу. было ли одно попытка перебить другое? Отвлёк, отвлёк. Я помню, так сказать, как писали, что слухи о том, что скоро начнется война между Россией и Украиной, нужны, чтобы отвлечь от дела Навального. Ну, было такое, да. Людмила Лобанова пишет. Интересно, зачем Славе согласился на эту роль? Ну, не знаю. Да я не готов утверждать, что Словей, так да. сказать, в связке с Кремлем, честно говоря. Да. А... Согласен. Да. Как-то это. Слушайте, вот я же попросила вас, друзья, присылайте вопросы, если вы хотите что-то спросить, не хотите, мы вообще не будем тогда чат читать. Потому что я надеялась, что я приду, и тут будут вопросики, а тут как бы много не вопросиков. А Швейк пишет: Майкл, ваше мнение о фигне? Противоречиво. Почему? Ладно, может, не, не, не отвечать. Странная биография, но полностью разделяю его нынешнюю проукраинскую позицию. А, у Майкла Татуха есть? Три. Люди, мои сообщения видны? Да. Пионы, <пионы> — это же рабочие орды из Warcraft 3. Орды. А, пион, да. Орды, ну, рабочие так. орды. Ну, наверное, да. А, Гортензии, они же невероятные. Не, не люблю, они какие-то такие... А, не, ну, ваше отношение к Фейгину... Ой, мое отношение к Фейгину видно из моего интервью с Марком Захаровичем, мне кажется. Такое. А, на популярной политике, кстати, если вдруг вы пропустили, посмотрите обязательно. А, так... Фрекенбок крутая, вы чего пишете? Да, да ну что вы вообще? Слушайте, я не очень люблю вопросы, как вы относитесь к тому, к тому, вот сразу подряд вопрос. Что ну. вы думаете о Павле Каныгине? Как вы относитесь к Сергею Пархоменко? Ну, я не, не хочу отвечать, если... Я к ним не отношусь. Да, спасибо Майклу за трезвый взгляд и безупречную логику. Особенно нравится, как он бесит Собчак. Блин, это загадка для меня, честно говоря. Правда, я вот в сводке сегодня, вне сводки, точнее, говорил. Это правда для меня загадка. Почему-то Ксения Анатольевна постоянно упоминает меня в своем телеграме, влюбилась. В своих видосах. А влюбилась. Ну, ну, боюсь, у нее нет шансов. Вот, типа, даже когда она уже, типа, поедет из России через несколько границ с горящей жопой, вот, боюсь, что все равно я ее тут не жду. А, вот, она правда, там, типа, видос постоянно, какие-то твиты мои постоянно показывают, что-то реально пишет вот про фильм НТВшный, э, который вышел про нее, ну, это на самом деле такой мощный сигнал, я бы на ее месте прям... И я думаю, она, я думаю, она реально переживает, я думаю, она все понимает, она не то чтобы не глупая, но на таком уровне, наверное, не глупая, вот, и я думаю, она понимает, что это как бы не очень хорошая история, что этому фильму как минимум дали выйти, вот, и пытается отшучиваться, и вот она там написала большой пост, да типа, да вот, что вы тут меня там тыры-пыры, я такой, окей, типа, нормальный пост, и в конце какой-то хер я появляюсь в конце этого поста, зачем я там появляюсь, что тебе от меня надо, вообще отстань, ну, то есть я зарекся вообще про Собчак что-то писать с момента, как Собчак стал новым Чубайсом. Ну, то есть ее хейтят вообще все. И хейтят заслуженно, на мой взгляд. Ну, то есть, типа, мое мнение о Собчак не изменилось. Абсолютно продажная, провластная, девушка, которая готова там за деньги что угодно для власти оформить, хоть Апачева позвать, хоть там призвать людей во время мобилизации в военкомат идти, хоть на выборах, значит, оттянуть внимание с Алексея Навального и потом еще бегать 6 лет, доказывать, что вы все не так поняли. Не поменялось мое мнение, но сейчас ее пинают вообще все. Ее пинают все адекватные люди. Есть какая-то прям маленькая прослойка совсем дураков, которые там такие собчак из оппозиции. Я имею в виду из публичных людей, да, из аудитории у нее, ну, наверное, таких побольше. Ну, как бы неофиты, дураки, всякое бывает. Не осуждаю, что называется. Типа дураком быть не порог, если ты не зигуешь. И, значит, при этом ее пинают из этники. Она недостаточно значит, критикует, не знаю. А мне кажется, что если а, ты сцепи. сидишь на двух стульях, в какой-то момент они оба начинают из-под тебя разъезжаться. Ну, извините это за не... цитату, но, значит, как говорил Слава КПСС если ты сидишь на ст двух стульях, я выебу тебя в образовавшуюся между ними щель. Ну, то есть, типа, вот так, такой у него был панч замечательный. Не про меня, про славу КПСС, наверное, или про жизнь в целом, которая, конечно, если ты сидишь на двух стульях, то как бы ни у кого еще это хорошо не заканчивалось. То есть, тебя будут обе стороны хейтить, вот, и Собчак, она такая прям новый Чубайс, то есть ее ненавидят прям все, а он вполне заслуженно, мне кажется, ее жизненный путь к этому вел, вот, ну что у нее за фиксация на мне, я вообще не понимаю, ну, здесь есть столько людей, которые постоянно пишут о Собчак, которые готовы там э, с ней коммуницировать, готовы там на бифы какие-то с ней вперед вообще из песни, я сижу примус подчиняю, то есть, типа, я говорю о войне и о всяких вещах с ней связанных, вот, зачем меня там трогать, что-то про меня писать, я не понимаю. Ну, вот, естественно, я там вниз водки ответил. Более того, мне кажется, что Ну, как бы этот фильм про Собчак это все-таки веха, что система начала вот маховик системы начал раскручиваться еще серьезнее. Тем более, что мы видели еще две новости с этим связанные, на мой взгляд. Это первое это список артистов э, неблагонадежных, в котором много людей, которые не выступали против войны, они просто. опять там дора. Что вообще, руки прочь от Доры, ребята? Ну, хватит. Сколько можно щебить Дору? За что? Блоком, он собаку зовут, что она, что она вам сделала вообще? Напомню. Оставьте нам простым работягам возможность слушать Дору. Вот, значит, и появился этот еще помнишь инициатива про блогеров, что, типа все, кто не пришли на отечественные площадки, тоже в какой-то список неблагонадежных будут записываться. И еще инициатива по запрету рекламы у иногентов. Ну, то есть, типа, маховик раскручивается. И то, что Собчак думает, что ее как бы спасет ее мама, или как-то Путин издаст ее крест, что-то как-то ей поможет. Или ее э, умение стоять на коленях перед Чемизовым как-то поможет. Нет, не поможет. Сожрут всех. Сожрут всех, как пел великий Оксимирон, но забанят каждого. Вот. И в этом смысле ей как будто, ну, есть чем заняться. И я не понимаю такой повышенный интерес к моей скромной, кривозубой, крестьянской персоне. Вау. Wow. Смотритель Ютуба пишет: Здравствуйте, почти не вопрос к Майклу. Пишет ученица 33-го набора вашей школы. <you're in> <classroom> Очень приятно осознавать, что мир настолько здесь Интересно услышать. Можете сказать насчет и про учителей и тому подобное? я из 18 набора, там уже у вас, у вас же директор сменился. Там, значит, была Ольга Даниловна и она тут то ли на пенсию ушла, то ли еще что-то, и теперь там какой-то директор, про которого я пока навожу справки, вот, у него есть какие-то сомнительные факты биографии, он, по-моему, из кадетского училища или что-то такое, вот, но я пока, скажем так, Запросил инфу по разным каналам, пока интересуюсь. Вот. <coughs> не могу ничего вам сказать. Ну, я просто не знаю, кто сейчас преподает, какие предметы преподают, потому что, честно вам скажу, не слежу. Не слежу за судьбой лицея. Вот. А, и Майкл, в букетах вода застаивается по-разному в зависимости от формы вазы, диаметра стеблей. Подбор вазы под букет тоже наука. Ну, это я не готов эту науку осваивать, честно говоря. И так много наук приходится осваивать. Спрашивают, знаю ли я грузинский язык? Знаю, Я даже говорила на нем как-то пару раз в эфирах, но у меня акцент появился. Да? Yeah? У меня российский акцент. Ого. Акцент. Как правильно говорить? Русский акцент. А, русский, русский да, язык. язык русский. Да. Но я говорю мягче, чем надо. Mm. Вот. Но я думаю, что если бы я долго жила в среде, то, может быть, у меня вернулся бы мой чистый грузинский. Долго я жила только год. Александр Плес пишет, не Майкл, привет, подскажите, слышали ли вы разоблачение Фейгина от Марка Солонина? Разоблачение Фейгина, что Фейгин работает на ФСБ, у Солонина взгляды похожи на взгляды моих. Ну, Марк Солонин специфический слушаю. человек, я не готов. Фривокер пишет, не, но ваше личное отношение влияет на интервью? Например, Плющев втянул вас, как и других интервьюеров, в свое безумие двух Венедиктовых, и вы не стали его докручивать. Что, два Венедиктовых? Про то, что был, по-моему, Венедиктов главный редактор Венедиктов ДЭК. дек так вот а я должна была видимо как-то докрутить не знаю не знаю короче мое личное отношение оно в чем-то влияет конечно слушайте я не знаю мне кажется не существует ни одного интервьюера ни одного журналиста который вот был бы как это как лабораторный, лабораторная вот эта мензурка, да, она называется, абсолютно чистая, стерильная, куда можно было бы разместить гости, как-то вот его дальше препарировать. Конечно, твое какое-то отношение, да, даже, того, даже более того, погода за окном влияет на твой настрой, на то, как ты будешь разговаривать, поэтому как бы... Я не то чтобы я не стала так круче, потому что я не считаю это важным. В истории с надежденным это было принципиально для меня. Вот. Когда человек издевается в прямом эфире над вопросом, то он получает соответствующую реакцию. Поэтому в истории с Плющевым, Сашей, с которым у меня было интервью на канале, такого... Ну, это было не принципиально конкретно в этом контексте. Вот поэтому... Как бы. Вопрос не в том, чтобы гнаться за каждым вопросом за каждым ответом до, до пену рта. Да. Вопрос в том, насколько это внутри контекста важно или нет. Вопрос к Майклу. В одном из предыдущих семейных стримов ты сказал, что его кто-то или что-то убедил, что перенос сознания в условный компьютер невозможен в принципе. Можете подсказать? чуть-чуть? да загуглите просто. Ну, то есть это уже довольно подробно разобранная история. Я не помню конкретики, это было давно. Вечная классика пишет Ниной. Майкл, не вспоминайте периодический кейс. Как относитесь к Апаладзе и Гусману? Не поддерживаете общение с ним? не, не вспоминаю, не поддерживаю. Гусман куда-то из КВН пропал, я еще не знаю, что с ним не поддерживаю, да, тоже общение, отношусь, вспоминаю общее прошлое, скажем так, кейс тоже иногда вспоминаю, я сейчас не веду Инстаграм, но все равно иногда тут захожу, смотрю, смотрю чужие сторис, и там у меня в хайлайтах есть фрагменты из кейса, конечно, были очень хорошие выпуски, очень хорошее было время иногда. А, так, конечно, дико уставала уже к эфиру, и там надо было много всего менять, но у меня не хватало какой-то уверенности и упертости, поэтому как-то программа могло быть лучшее будущее, но его, к сожалению, не случилось. А, раса Грижут... Грижита, Извините, пожалуйста, я. Мне кажется, неправильно прочитала. Но спасибо вам огромное за собачку с сердечком, которую вы нам прислали. Даже тебе рассказывают, что нет никаких уколов для тех, кто, делает, кто хочет операцию. Только капли. Галямов рассказывал, что в Америке можно вписать своего кандидата в бюллетень. Окей. Okay. Надежда. Тик 0.95. И на вашу аудиторию в России, да, у меня большинство моих зрителей из России. Так, ну что? Я думаю, что мы сейчас... Сейчас все пролезнул, так. Пишите вопрос, так. Что там нет? Ну, слушайте, вот, вопрос все-таки придумала при условиях благоприятных в будущем хотели бы посетить Украину. Да, да я бы очень конечно. хотел. Конечно. Там, там есть города, которые в которых я был, которые мне понравились, есть города, в которых я очень хочу побывать, в Одессе, например. М -м. Морской котик пишет: Здравствуйте, Майкл, привет. Минов. в связи с недавним стримом с Алексеем Хесусом. Что можешь сказать насчет роста интереса политического контента на ТВ? Я был на одном стриме, что я могу сказать? Ничего не могу сказать. А Лолкик пишет, как вы относитесь к Айдару Муждабаеву? Тоже считаете его радикалом, как многие? я вещи? не считаю его радикалом, я считаю его куском говна. Он очень неадекватно себя ведет и он занимается паразитированием. Он не да. делает ничего полезного, он просто да. бесполезный кусок говна, распро который распространяет кричит. ложь и да. просто. Да. Я говорю, что он в Литве. И... Если я встречу, я, наверное, ему. Вызовешь в Октагон. Ну да, да, считайте, это вызовом в Октагон. Если Айдер, как сказать, муж добавив готов, то я всегда за. Алло пишет: Майкл полностью согласна по поводу Собчак. Но У -у -у. почему о ней нет расследования? Только проект, но имх неубедительно. И Яшин молчит о ней, хотя они были парой. Думаете, Кремль ее в оппозицию внедрил? Она не находится ни в какой вот оппозиции. Какие какие да, нет. про нее не, не же нет. Же нет. никакие Тоже... расследования, есть конкретно просто история про ее участие в 2018 году. что ей году. обещали Проект и, на Первом канале, да, и она его получила, и это проект, да. который прожил 4 недели. Более того, Алексей Навальный рассказывал, что ей, она звонила и говорила, что ей предлагают деньги, это все тоже есть в открытом доступе, вот, поэтому я не очень понимаю, что там расследовать, то есть, ну, типа, там, искать конкретную расписку, которую давали в или что, я не вижу в этом никакого смысла. Вот, поэтому нет, я не думаю, что нужно еще какое-то расследование. Она то же самое же пишет: она говорит: про меня нет расследования. Так что расследовать-то? Ну, то есть, если человек на пол насрал, как бы про это не нужно расследование, ты это видишь. Ну, то есть, вот это перед тобой, и все. Поэтому не нужно никаких расследований. Ни про Собчак, ни про других деятелей, называющихся оппозиционерами, которые говорят, вот, у меня чистая репутация, а все со мной просто поссорились и меня не любят. Не нужно никакого расследования. Есть, блин, табличка со всеми подробно расписанными вещами. И у Собчак то же самое абсолютно. Ну, то есть, как бы, даже те люди, которые почему-то серьезно отнеслись к 2018 году, после выборов, там, часть прозрела, вот, часть не прозрела. То есть, там, не нужно никакое расследование. В чем оно должно заключаться? Я не понимаю. Э, Элизер Прилуцкий пишет. Смотрели либо дебаты Шевченко и -фин <святый> Почему Света Финкеля я не до конца понимаю? Но нет, я не смотрел. Что... Я, если я захочу разговор... <святый> Почему он, правда, Финкель? Я не знаю. Если я захочу разговор посмотреть похоже, я медфильм какой-нибудь врублю, там куча хороших выпусков. <святый> да. Ну все, слушайте. Я же говорю. хватит? Ну, да. проверь, этот э, донат. Э, по... Майкл, как считаете, Собчак намеренно внедрю, внедрил Кремль в по оппозицию? Да, никто да. не внедрялся. А, ну тогда она не она просто, по-моему, спала с Яшиным как раз. И поэтому ей было по приколу. Вот. Э, и делала вид, что она там оппозиционерка. Это было как раз. Ну, слушайте, там все были, там и Кашин был на тот момент, и кого только не было. Вот. То есть, типа, тогда это было модно, стильно молодежь. Там, ну, этого... там этот, по-моему. Там этот. Кто был? Кудрин, Греф, Чубайс, я не помню, кто нет, это Кудрин. Кудрина отправляли просто смотреть на площади, делать вид, что он очень против. Нет, ну слушай, извини меня, когда у тебя. Там Сергей Миронов с белой ленточкой. Ну, это орался. Миронов, слушай. Это не, камон, ты что, сейчас ты можешь это представить себе? Чтобы у тебя Сейчас, конечно, представитель парламентской партии. Про Кудрина, или... я, я, кстати, не помню, где конкретно я это читала, да. но я это совершенно точно читала, что Кудрин никогда не был вообще по-настоящему. Мне не важно, что, кто по-настоящему. просто ходил там. Это, не это, важно, кто это, что примазывались все к движу. Все примазывались к движу. Собчак, хреночак. все. Блин, недавно я видел смешной фрагмент. Я не смотрел интервью с Сатиром, но я видел шортс, который показывает, что Собчак до сих пор с ухом сидит и до сих пор иногда так тупит жестко. Типа, вы же помните ее знаменитая Мовчан-Арчан вот это вот все, да, на интервью с Навальным, где просто она из уха неправильно слышала и долго не могла, типа, сказать смотрю Популярная политика с нами. Здорово. Салам. Сейчас, секунду, расскажу. И, короче, я видел шортс из интервью с Сатиром. Вот она сидит перед Сатиром и говорит, а у тебя была пародия на Наруто. И, очевидно, ей в ух сказали на Аруто. Это значит чувак, который... <сёк> и она какая, на Наруто. И сидит Сатир просто, на Наруто? И Собчак уже сама понимает, что я сказала, и просто такое. И он говорит: ни в коем случае, говорит, не вырезай, на Наруто, говорит, меня... это так смешно, господи, это... я Я чуть не умер от смеха, когда я это увидел этот шорт с этим Наруто. Это просто. То есть она до сих пор вот все. Ой, всё, друзья, это... вы бы знали, как... какое-то Какое просто великий соблазн сказать то, чего ты не знаешь в эфире, и сойти за ум. Просто как же хочется иногда что-то такое брякнуть, где ты, да. что-то где-то услышал, точно так не знаешь. Не ей в ухо сказали, сказать, очевидно. Сказать. Ну, я, ну, она... Потому что Арута и Наруто это созвучные штуки. Понимаешь, я, это нельзя случайно я, сказать. Я, я. я понимаю, я. но да. она же хотела чем-то козырнуть, ну, когда очевидно, она это сказала. Да. Нет, она, а Если ты слышишь подсказку в ухо, и ты да. ее не считываешь, ты ее не используешь. Причем она знает, кто такой Арут. Ну, то есть, типа она э, как бы и про него и писала, и все на свете. Вот, и то, что она сказала, Наруто, блин, это так, я просто, и сатир того, и она уже сидит тоже, вся ржет, уже вся пунцовая, понимаю. Ну, это, конечно, вот, поэтому миф о там величии интервьюера, сообщак, все такое, он, конечно, сильно, ты пытаешься вспомнить, кто это такой, криптомошенник. Не вот, криптомошенник, который выдавал себя за певца и, за миллионера. тоже смешной довольно персонаж. и который пересказывал на одном подкасте момент из фильма, как будто это с ним происходило. Ты не поверишь, но в офисе есть такая серия. А, да, нет, причем из довольно известного фильма. Вот, вот. Короче, да, я с этого кекнул. Ну, поэтому нет, Ксения Анатольевна не была ни в какой позиции. Как бы ее движ довольно рано отписали. Вот, и она помогает Кремлю по там, особым случаям, что называется, она встроена да. в эту систему. Более и, того, и мне вообще... кажется, что когда она э, встречалась с Яшным, когда она очень увлеклась политикой, ей же дали понять, что не надо это делать, да. когда к ней пришли с обыском, забрали да, ее да, деньги, да, деньги да, буквально. Сеть, да, 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 это да. было, в общем, такой очень непрозрачный смысле, намек. Да. Да, на то, что Сейчас вы... ей тоже дает намек: что типа, Ксения тоже пора зиговать. Ну, то есть, типа, уже недостаточно, да. чтобы вы просто хейтили все время ФБК и все прочее, нельзя уже говорить, что вы против войны и все прочее. Пора вскинуть руку. Уже по-нормальному. Не просто с Апачевым поговорить, а прям выйти и сказать, типа, я э, это. Иначе будут проблемы, ей говорят. Вот, поэтому да. это довольно все предсказуемо, и, и, как бы я просто супер не люблю тратить время на вот этих вот всех бесконечных. Ну, меня, конечно, раздражают не столько эти люди, сколько люди, которые смотрят в рот на вот это вот все и говорят, нет, ну как, а Собчак же наш, оппозиционер. Ну, Блин, знаешь, еще какой момент вспомнил? Собчак же брала интервью у Каца, и это я, конечно, посмотрел целиком от начала до конца, значит, два моих любимых персонажа. Как там... же ты знаешь толк возвращения. Да-да-да. И, короче, там такой момент был, когда Ксения Анатольевна попросила Максима распределить всякие медиа mm -hmm. на условной шкале. Типа от оппозиционных, радикальных, до вот там, значит, ближе к власти. И он что-то распределяет, распределяет, говорит, а вот мой... Он говорит, ну, говорит, совсем там. Ну, типа, говорит, прям, прям в конце вот. Прям, 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 вот тут. Типа говорит, вас не считают оппозиционеркой. А я а сидит такая, почти расстроена. Такой момент угарный. Абсолютно. Я теперь знаю, что смотреть после трехчасового стрима с Хесусом сразу интервью Мне очень понравилось. Вот этот момент, я просто, я тоже там, он такой, ну нет, нет, подальше. Довольно угарный момент. Очень грустно и смешно. Да. А, Елена Фортье э, пишет э, «Бубчик Швиле на диван разреши. Ну, на диване ей так было можно, нельзя на кровати. Да, и на кровати нельзя. Причем она знает, что ей нельзя. Да иногда она пытается. Она иногда запрыгивает, и каждый раз, когда я вижу, говорю И она все, она спрыгивает и моментально смотрит в глаза, как будто это вообще была не она, и, в общем, да. На диване ей можно, конечно, на диване она лежит, балдеет. Да, на диване мы с ней, собственно, и лежим. В подушках закапывается. На кровати ей нельзя пока, да. Люблю вас. И мы, и мы очень любим. А, сервус Минго присылает нам грушу, которая прыгает с надписью Number One Fan. Спасибо большое за вашу поддержку. Сейчас еще раз посмотрим. А, да, на Digital Duck есть... Сообщение от анонима, он говорит, окей, про Майкла и Эмши ясно, но вы не прокомментировали девочек Ватниц на которые перебивали, вставляли свои нелепые комментарии по переключению великих персоналей, таких как Новодворск. А что вы хотите? Какой вы хотите комментарий? Во-первых, вы ничего про них не спросили. Вы начали свой вопрос э, с обращения к Майклу. Э, вы спросили, почему на эхе было развито хамство в отношении гостей. Э, в 90% случаев э, говорили хамоватые, порой глуповатые вы отнецы, девочки с журфака. Э, это вы приводите в качестве допов... добавления, дополнения к вашему вопросу. Вы ни про девочек ничего не спрашивали. Ты согласен с тем, что на эхе было развито хамство в отношении гостей? Да, хрен его знает. Готов ли ты ответить на то, почему это было развито? Нет, я не Мне не готов. кажется, что было развито, более того, мне кажется, что цифра в 90% супер случайно. Я думаю, что просто ваше внимание привлекали такие истории, и более того, ровно поэтому они и происходили. То есть все помнят условную Лесю Рябцеву, но мало кто помнит там, кроме людей, которым нравится там эфир Ольги Журавлевы и которые... Таня Фергенгарова, Ира Воробьёва, да, Сашка и, и все. Да. кто среди них? Девочка-ватница. А, вот еще девочка. журфак. Да, короче, просто в вашем, ну, как бы в вашем восприятии информации вот это и привлекает ваше внимание. И в этом же ответ на Почему как раз некоторые ведущие так делали, потому что это привлекает ваше внимание, yeah. Но я не готов за других людей говорить. Вот, нет, было. Я знаю одного ватника Москвы. Это Алексей Осин, как бы он всю жизнь был, и сейчас он работает на этой Симоненской помойке. Вот кайфово. Реально, вот. это лучшая иллюстрация к так. присказке про лобстер на Титанике что для пассажиров Титаника и его крушение было величайшей трагедией в их жизни, а для лобстеров на кухне это был самый огромный Наверное, праздник. Наверное, да. да, да. Вот, вот, это прям ватник-ватник прям был. Вот. Ты, был. Ты, знаешь, тебе даже не пришлось менять место работы, работа сама к тебе пришла да. на твое прошлое. Да, да, такой, ну, наконец, -то нормальные люди вокруг. Тебе, да, то есть, может, там да даже... Путин! Да, может, даже пропуск не пришлось менять. И он такой, да, вот в английской сборной люди не того цвета кожи. Он постоянно пытался проталкивать, да. и я его щекал, говорил, не, 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 не надо так ну, в общем, да, это вот представляете, да, вы просто да. однажды просыпаетесь, и вы просыпаетесь не в своей квартире, а в доме вашей мечты да, вообще. Да, да, да. Типа, да. во вот мной... выходите на работу и думаешь, все сотрудники мудаки, а потом бац, и тебе все вот, хорошие. Все хорошие, это же хорошие, просто чудо какое-то. какая-то фантазия. Просто радость, да. И ничего делать не надо, потому что никто это говно не слушает теперь, можно вообще не работать. Я как бы просто деньги получать. Ой, да. Мечты сбываются, конечно, да. Вот, а кто еще был? Ну, был Голубев, но он такой, он как бы полупровоцирующий скорее, нежели Ватник. У него другой, у него прелигии какие-то заебы были мощные. Вот. Вот. А так, в целом, Ватников, наверное, из сотрудников я больше не знаю. Да, так не было вроде. Да. да. Ой, боже мой, смешно, конечно. Спасибо, да. что напомнили. Алексей сидит, теперь счастливый ну круто, представляете, ничего не делаешь, а жизнь вокруг тебя поменялась. Я сама наладилась резко. Все получилось. Все вот пишет на Патреоне. Дополню комментарий. получился ли Майклу собрать свой подарок на день рождения? Вроде бы был самолет из Не, машина. Не, еще не было времени. Типа на это надо прям сесть осмысленно. Я жду, я жду, я смакану этот момент. А что думаете по поводу коллекционирования вещей из какой-нибудь серии? Например, фильмов или игр? Я этим не занимаюсь, но ничего плохого не думаю про тех, кто этим занимается. А у меня тоже такого нет. У меня, я не знаю, вряд ли это можно назвать коллекционированием, но я, конечно, фан офис. У меня кружка из офиса, наклейки. У меня есть даже лего-набор офис, который я собрала и я абсолютно счастлива по этому поводу. Вот. Ну что, мне кажется, пора заканчивать сегодняшний семейный стрим. Большое спасибо всем, кто был с нами. Напоследок два объявления. Напомню, что сегодня... Созвон с патронами, дорогие друзья. А у меня стрим для патронов. 8 по Москве. Да. Угу. Но ну, у нас, по-моему, нет каких-то пересечений по патронам. Патроны тут, наверное, есть. А у тебя в прямом Ну, вы можете. Да, вы можете смотреть стрим и быть на созвоне снено. Да. А да. ты потом сохранишь где А ты во сколько стрим? у тебя созвон? Да, да, они один 21.30 по Москве. А, так я уже закончил. А, они ну у меня ладно. коротенькие. Ну ладно. А, нет, еще пять минут. Можно еще пять минут пустить, наверное. А да, я бы еще, конечно, хотела обратить ваше внимание, друзья, на ссылочку в описании, а, а что там понятно? Я... А я на этом канале нет рекламы. Как вы могли заметить, и расскажу так: был однажды, была однажды какая-то попытка, какое-то письмо, которое, короче, ничем не закончилось. Поэтому рекламы нет. И все, что я вам советую, я советую абсолютно искренне. Я уже Писала это в кринжовнике, если вдруг вы любите всякие разные рукодельные штучки типа скатерти или каких-то таких салфеточек красивых. В общем, заходите на ссылочку, которую я опубликовала человек с абсолютно золотыми руками, знаю лично, и я бы очень хотела с вами этой ссылочкой поделиться, если вдруг вам интересно э, какие-нибудь такие красивые штуки, то заходите на эту ссылку, просто не могла вам про это не сказать, есть в описании. Ну и если вы хотите еще пять минут здесь сидеть, то ну спросите тогда что-нибудь, я не знаю. Что вы хотите узнать? А, про ПП. ПП, точнее, про план на завтра спрашивал. Это была такая нативная я думаю, реклама. Интеграция. Ну что будет? Я веду «Честное слово» с Русланом Левиевым. Mm. Видимо, как только вы запишете сводку... А, утренняя? Да. Жесть. В 11 по Москве будет «Честное слово» с Русланом Левиевым. Я веду, поэтому отвечаю на вопрос нашего зрителя. Майкл... На видео с вашей мамой развалины. Это что такое? Спрашивает Тик095. Это какой-то храм. Храм, древнейший храм в Израиле или что-то такое. Она рассказывает, по-моему, в самом видео, что это такое. Ну, может, у нее в комментариях спросить. Она рассказывала мне там что-то, но я спокойно отношусь к, так сказать, остаткам древних храмов. Я только запомнил, что там была курительница в этом храме для травы, для марихуаны. Это меня по Интересно. Ну и еще раз спрашивают про то, как ты начал в последнее время называть себя американцем. Ну я вначале про это расскажу. Мы будем это, это круг делать. Ну, отмотайте, пожалуйста, в начало и, и услышите. А, ну и последний, наверное, вопрос. Почему ты перестал делать шорты? Да говно они, нахер они не нужны, они э, портят статистику, то есть шортсами в итоге получаешь очень много просмотров, типа там, я помню, 55 миллионов в месяц просмотров было, ну при моих обычных 25-30 и как бы люди подписываются из-за них, но они не конвертируются в людей, которые смотрят длинные видео, более того, из шортсов сложно уместить какую-то мысль отдельно, да и шортсами надо прям заниматься, делать отдельно шортсы, а не делать вырезки, вот, поэтому как бы я забил на это, и я не понимаю, зачем их делать, вот и все. Ну, то есть, поначалу они меня немножко вдохновили, когда я увидел, что реально это привлекает какое-то большое количество людей. Но потом, во-первых, они стали плавать туда-сюда, а во-вторых, я понял, что конвертации нормальной нет. Но я так понимаю, что след за мной некоторые другие блогеры пришли к такому же выводу. Все. Давайте закончим на этом. <связывая> Спасибо большое всем, кто Ой. продолжает приходить на семейные стримы каждое второе воскресенье. Всем новичкам привет, подписывайтесь на Patreon обязательно. Да, подписывайтесь, до встречи со всеми, с кем кто До спать в... захотел. До встречи. А Вижу, меня горы, у меня глаза болят. Я это. Мне пойду сейчас. Учить, а я пойду побегу. Срочно сниму линзы. Жрать охота, честно. И приготовлю что-нибудь. А я поедим, потом я побегаю, потом проведу стрим, и потом лягу спать. Такой <связывая> вот выходной. Кто там про выходные спрашивал? Классно. Без да, свой, да даже начинаем да. понедельник опять. Опять в эту пелию. Все. Ну что, друзья, да, главное, что мы во всем этом безумии вместе. И до встречи тогда где-нибудь, где увидимся. Всех целую в лодок. Всё, пока. Пока.